Сейчас я включу сраный таймер на заставку. Так. Значит, приятный момент, когда у всех микрофоны. Да. Да, главное, чтобы Хоксенков вчера не ушел оттуда, не ушел отсюда. А то нихера не слышал, так мы просрали заложника и еще что-то просрали. Ровно 2 часа таймер, да? М? Ровно 2 часа таймер. Ровно, ровно. Угу. Угу. Не кажется ли, они что-то подлагивают? Так, зачем камеру уничтожаем? Да здесь так можно стрелять. Так, а пулемет взял, ничего. Да. Хотя у патрона будет медленно уходить. В смысле? Ну. Так, кройте меня. Да, никто не прыгнет, я думаю. А вот я думаю, прыгнет. Не, чувствую просто такое, что никто не прыгнет. Тем более, до саута сделал. Тем более, никто не прыгнет. Так, кто не записывает это чудо? Так, маркнул же. Такая классная невидимая стенка. Так и знаю. Ну потому что это фрапс. Да, пулемет — это плохое оружие. Второй бульдозер. Так, нет, я с бульдозером не играю, пока у меня пулемет, так что, ребят, мы ваш. О, как мне. Один только идет, обратно с хостом. Да-да-да. Второй дозер, ой, третий уже даже. На, его сейчас там зажмут же. Беги! Я оттуда. Уже даже... Как я могу убежать? Ты его убил хотя бы. Я почти убил. Вот мой фраг украли. Хоксон, давай, сейчас пробежать к нему надо. О, нихуя на их там. Прикрой меня. Да, надо быстро. Да, быстро сваливаем. Щит. Какой есть грунтомет. Угу. Так,
Так, сейчас, так, клавишу, сейчас клавишу поменял, но в микрофоне меня слышно? Так, ты, ты же у нас в чате тут есть, зачем тут, тут микрофон? Нет, нет, у нас просто, чтобы... блин, я могу автоматически поставить, а сейчас... Двойное эхо идет. А, ну сейчас нет. Там идут. На там а осталось секунд, могу... 20, секунд 20 у дрели осталось, я думаю. Ми... Не, вообще 2 секунды. Всё, уходим. Это скотина, да? Бегу, бегу, бегу. Давайте по позициям быстрее. Да нет, не всегда. Да, он не всегда выпадает. Давайте быстрее по позициям, быстрее. Я здесь. Хрен ли мы позиции? Смотри, смотри, смотри на Вольфа, На Вольфа смотри. А вот. Да смотри на него, так. Расслабься. Все уже есть. Так, ну все, по углам разбежались, ребят. Скажешь, когда поставишь дрель? Да я просто ее поставлю, как обычную дрель. Все, я запускаю таймер. Так, время засеките, время. 16:43. Да, значит, 2 часа. Эй, это мое место. 18:43 все закончится. Ну окей, тут будем стоять. Все, пошло время. Пошло. Заложников брать не будем, как я понимаю. Не, нет. Будем. Ну, если, если ну, очень нужно будет. Так надо. Но если что, то, короче, те, у кого снайперские винтовки, в общем, один выстрел в голову, и можно брать заложники уже, свататься. Хэви свата. Ну, это после ассальта, они во время ассальта не захватывают. Ну, я понял, но я вообще говорю. А, ну. И сумки под короче не ложите. Да не надо, медик, оставим, если кто-то упадет. Только. А, я понял. Не высовывайтесь вообще, сидите на месте. Не, ну я-то осторожно, ты меня знаешь. Я вчера вообще Рэмбо был. Вас двоих запредил, а вы слились. Когда у меня был черный с электричеством. Сегодня есть особенности черный. Эх, 2 часа слить, вот просто так. Я прыгаю. Не надо. Ребят, не надо высовываться, там тейзеры плохие. Да и клокеры тоже. Не, ну у меня личный пулемет, не экономить не надо. А я в хэд стреляю, так что мне тем более не надо. Вот не люблю этих шуток про Валеру. Бедный клокер. Ну там клокер был за углом. Как я мог не вылезти? Стоял, ничего не делал. Халявный фраг. Нафиг они здесь нужны. Это не Call of Duty. Вот еще один тайзер халявный. Тебя боюсь бы не провалиться бы опять за текстурку, а то я помню, я играл, я провалился. Знаю такое. Вон
Вот, блин, как раз на перезарядке был. Когда они так время выбирают? Так я не вылезаю. Они именно идут сюда, когда именно я перезаряжаю. Это опять же потому, что ты черный. Я вообще-то играю. Я черный вообще-то. Не, пока пойду, поищу сразу. Ты там поищи обычных заложников, они там могут остаться. Так и так. О. Я свата освободил, там, на всякий случай. Не, ну сваты его могут освободить, а вот залогов, если они там хорошо спят, там... Не, надо... когда кончится атака, то я пойду его дефендить, на всякий случай. Ага. Может не слиться? Или нет? Не, рано еще. Да не, не надо. Ой, да не еще. Не, я пошел обратно. Да они тупят, и главное, знаете, убивать, а не выделять. Когда вот на них F нажимаешь, они, наверное, начинают действовать, а вот так они могут тупить секунд 30. Так и срать. Да, я не вот он пришел сюда! Да хуй с ним. Да не выделяйте их, стреляйте мгновенно, они начинают атаковать только когда их выделяешь. Ну, да, точнее, они всегда будут атаковать, просто когда... Ну вот, сейчас я дождь не будет идти. Это хорошо. Ну потому что мы открыли хранилище, 4 дозера там сидят, поэтому они больше не спаунятся. А, точно, нам же потом 4 дозера надо будет мочить. Блин. Если бы мы не вложили термит, то они бы просто нас бы зажали тут, просто убили бы, мне кажется, давно. Ну, если там удвоем. Это вот понимаю, когда мы с тобой. Когда мы с тобой до патча проходили, мы вот сидели, вот, охраняли вот этот вход вот. Тут дозеров просто снимали в 2 калаша. А тут это уже не прокатило бы. Не, ну дозеры все равно вы спаунились, я думаю. Хотя бы 1-2. И по идее щитов тоже не будет, потому что с лифтов в щиты не залезают. Ну 2 часа ничего не делать, блин, это будет трудно. Не, ну это слишком скучно, поэтому я просто сидеть не буду. И хп я терять тоже не буду, так что. Да, я буду после каждой волны пробегать кружок от хранилища до обратно. Не, я буду свататься фолнить. Да не, это я буду делать. Да я тоже это могу делать, у меня тоже М14. Я тогда буду с тобой. Зачем ты опять посовываешься? Сиди ты в углу. Нет. Со мной-то все в порядке. Я там хп не терял, не лечился 3 раза. Воу! Мочите этого героя. Тебе вредно в Call of Duty играть. Мне вредно. Смело, что превратился. Ой, нет, плохие копы нельзя, нет. Там вообще чисто никого даже нету. Мало ли какой-нибудь засанчик пойдет. Не, может, я с Марком поменяюсь, а то у меня мало хп, мне тут зажмут скоро. Поменяйся, если хочешь. Давай. Если Макс не боится. А то еще жить хочу.
Да упасть тоже можно. О, бульдозер? Слушай. Не, то что внутри бульдозер зашел только что. Может, все-таки пятый заспаунился как-то? Или просто Бэйн что-то напутал? Не, мне кажется, Бэйн напутал просто что-то там. Так, а пока к Состуну пойду, то еще жить хочу, у меня пулемет. Да они тупят, если их не выделить, я сколько раз повторял. Да похер, я привык. Я уже привык. Ты... Понимаешь, 500 часов я уже просто по рефлексу это делаю. Но мне еще далеко до тебя. У меня только 250. Блин, у меня это уже просто не отнять, это уже... Я даже сам просто забываю о том, что я нажимаю, я отмечаю. Ааа, бульдозер! Вот он. Я же их боюсь, блядь. Здоровяк мой, ну, мечты. Он прошел мимо меня, я так боялся, что он на меня повернется. Он должен был, ты же негр. Ау. Я не знаю, я стоял тут в стенке, через стенку. Блин, нигде не безопасно. Я к негру пойду, у него безопасно. Он умрет вместо меня, вот возьмите его. Опять? Не, слушай, мне кажется, что будет... Все-таки он будет появляться иногда. Так, у Состуна я был, у негра я был, пойду как Марку. Спасибо. Я готов ему выстрелить в лицо мою обойму. Мне еще нравится такой, знаете, когда бульдозер именно в тебя входит, как бы в модельку, и ты не можешь не стрелять, пока не выйдешь. Я на бороду так убивал. Просто медленнее повреждение наносится. Все равно это неприятно очень. Да, когда в тебя входит, это так неприятно. Ну, кстати, можно его просто дурить и вокруг него бегать, он по тебе не попадает. Это проверял уже. Ну, пока ты будешь бегать вокруг него, в коридоре тебя расстреляют просто. Не, имею в виду, если за... А, вот он! Меня кто-то через стену простреливает, мразь. Кажется, мы спасли нас... негра, но я... У нас там боты читеры завелись. Я сам себя спас, один нахер. А, ну конечно, последний выстрел ему в голову был, конечно, мой. Да, ну последний выстрел, а первый бой ему, судя ему, в яй разбил стекло. Ладно, у меня все. Кроме М14 ничего не осталось по патронам. Ну, я потом пособираю. Вот это меня и волнует, я вообще ничего не потратил. Оп, пойду как вместо негра. А я уже все патроны отузил с нами каким-то образом. Бедный Хокер. Ладно, я пока буду бежать марафон свой. А я пока пойду сватовца своего защищать. Ой-ой-ой-ой, там валяются патрончики. Блин, зачем я взял пулемет? Хочу потом. О, еще. Кафетерий такой хороший, заложный. Беги. Ну ты что, три заложника. Я за ними слежу, так что у нас. Какой хороший. Опять Ну знаешь, просто сижу, просто сватывается, сидит связанный, просто. Просто у меня перед глазами он просто освобождается, как будто бы сам. На самом деле его сватывается, освободил только, который находится на другом конце карты. Да, такой бой. Это расхернизация, ну ты понял. Так снайпера никто не снял, как я понял. Да, я его снял, он снова появился. Охуел! Ау.
Ладно, я посижу, потому что у меня мало патронов, может пойти бульдозер. Прям за тобой перейти. Даллас со своим пулеметом, я думаю, не успеет его убить. Спасибо чудесному движку Дизель за это. Этот движок был вообще сделан для гонок. Да я серьезно, этот движок использовался там еще в Need for Speed. Вот почему бульдозеры так бегают быстро. Да ты не говори. Тут проскакивают солдаты просто со скоростью света. И почему снайперы так быстро стреляют? Прям менять просто свою затворную винтовку на полностью автоматическую. И еще на рекойл стоят. И нормально. Вообще вся игра построена на том, чтобы получать пизды от читеров. Лучше высовывайся, когда надо убить боссов, а не обычных лохов. Ну мне фраги нужны, мне осталось вот 15 фрагов, чтобы получить эксперта по хедшотам для револьвера. Это не Call of Duty. А мне еще дохуя, чтобы сделать 1000 скорскила. Ну, 400 еще. У меня все основное оружие сделано. У меня все основное оружие вообще сделано по хедшотам. Я метки стал, ребят. Наглец. Я сейчас 3 выстрела сделал, у меня 4 трупа. Молодец. Оу. Не, я просто пиздец как метки стал. Мне только не нравится, 145 только что из М14 умирает не с одного выстрела в хэд. Только на оверкиле. Да тут любое оружие, тут нужно 2 выстрела, как минимум, с бронкой сделать, нет, чтобы увидеть блокера. Нет, магнум, только магнум на любой сложности в голову с одного выстрела. Скажи это клокеру. Ну не клокер. Я сейчас 3 выстрела в голову сделал, он выжил. Ну так это клокер, я говорю про обычного хэви-свата. Ну а почему тогда эти... Не, хэви-свата наносит на выстрел. Не, клокер, он же легче. Какого легче? Ну как про хэви-свата, про обычный... Клокер это спецбосс ведь. Ну все равно у него броня-то намного тоньше, он же по идее должна пробиваться. Вот именно, это нелогично. Логика не в том, что у него броня меньше, а логика в том, что он спецсолдат. Ну какая еще логика? Долбанный терминатор. Вот именно, что никакой логики нету. Я тебе про это и говорю. Это бульдозер должен быть терминатором, да и тут должен быть баланс. Вот смотрите, я стреляю ему в хэд, он не умирает. Вот сколько ты патрон потратил, стреляй ему в голову? 4 ровно. Да ну нафиг, ты тут из этой пуколки стрелял, наверное, минуту. 6 раз я выстрел, 4 раза попал. Колоски угол. Ну все равно 4 пули как бы в голову, там, хотя бы со второй. Ну у него там какой-то мишка, это какая-то жилетка была начали. Ну понимаешь, это тоже эти. То, что мы вот так просто да. сидим, у нас не трогают, это тоже. То есть забей, эта игра не на логике построена, это построена на говне. Ну я люблю реализм в играх. Ну ты жди этого по идее второго. Ну да. Кстати, так и нет подтверждения, что Алмирна подготовил бетку второй по ОДЕ тем, кто в группе состоит. Не, об этом многие говорят. Подождите, второй по ОДЕ? Да, они сейчас разработкой его занимаются активно. И те, кто находится в ОДЕ Secret в группе, они типа будут участниками закрытой бетки. О. Не смей меня карать. Вот я смотри, ты всю обойну в него плеснул из этого Марка, он еще жив. Это вообще возможно? Ты видел, что я из УЗИ стрелял? А, это УЗИ или что это было? Конечно. Я просто у Состана, это Состана, я просто имею в виду, он стрелял. Странно, почему ты стоишь на воздухе? Так, я тут в группе кое-что читаю, вы пока меня прикройте. Ну окей. Не, ну я не имеет смысла вот Payday 2, потому что лучше бы они доработали. Они хотят его нормальным сделать уже, они говорят, что все заебись будет, типа. Лучше бы они сделали вот там на движке сделают. Да, на CryEngine 3 будет очень хорошо. Че, серьезно?
Ну да, было бы хорошо, если бы был Cry Engine 3. Ну да. Хотя бы картинка такая. Ну или Unreal. Это не тот движок, где в Detail, где там это на баяне играют, вместо того, чтобы кулаками махать. В тени. Нет, это мы не то. Там графона просто много. Ну. Ну это из-за по этого. Идее, да, но все же. Физикса. Тут все действия распределяются какой-то левой физикой от Nvidia. Причем я не раз видел, как бульдозер сквозь стены ходил. То есть, вот, например, на контрфите я видел, как он сквозь двери прошел. Это было очень страшно, да, особенно когда у тебя ноль патронов. Представьте себе такое. Ты перезаряжаешь, и из стенки такой бульдозер возникает. Ладно, я уже устал стрелять, я пока посижу, тут тоже где-нибудь ничего не посмотрел. Прошло еще только 20 минут. О, господи. Ну ладно, хоть что-то прошло. Не, пока ничего нового не появилось. А что, какие продолжают... новости про этот... Про новый Payday? Пока я вообще ничего. Они просто говорят то, что они занимаются этим. Кому-то в письме приходило то, что... То, что типа не приглашали, потому что заняты были, все такое. Было бы здорово, если был бы, как, не знаю, вот в Red Dead 2. То есть улучшение геймплея, графики. Но не движок менять не собираются, но не собираются реально заняться фиксами и вообще геймплеем, все этим должны хотят заняться. Вот они это делают, они уже давно это начали делать. Они еще и второй DLC же еще делают для этого поединка. Не, ну единственное, что они сделали хорошее, это подкаты у Клокера, то есть он по стенкам может бегать, там крутые перекаты делать, как. Не, ну вот это все-таки физика чем-то все-таки хороша. Не все, например, анимация, вот как ты прыгаешь, это, конечно, все ужасно, но они это все должны будут пофиксить, я думаю. Да. И еще я хочу, вот, например, ты играешь с ботами, вот, ну, твоими друзьями, они вот могут делать какие-то движения там. Я тоже так хочу делать. Да, я знаю. Я тоже хочу прилипать к стенке и заниматься с ней страстной любовью. Не, я помню, как Даллас, бот, он просто застрял в стенке и там крутился так бешено. Это даже испугало. Я заломлю сватовца. Отлично. О. У-ху. Я вернулся! Мой нигер пояс! О, я пошел обратно! Ну все, у меня опять полные патроны, я готов. О, вот это еще хуже. Хотя, по идее, их можно сейчас перехватить. Но я не уверен, у меня что-то очко жмет. И у Марка, похоже, поссать тоже. Пошел. Или куда он? Ладно. Я пока попытаюсь героически остановить Клокеров. Ой, нет, я уже не хочу. Блять, там целая армия. Целая армия Клокеров? Аккурат. Целая армия, там солдаты. Они по идее пошли... Они сейчас вроде пошли через лифт, который над нами, знаешь, там лифт. Они не через лифт, они сейчас заспаунились, где этот, на втором этаже, около балкона. И сейчас они пойдут по лестнице вниз. И там вот я сейчас видел, там сватов 10, ой, ёпта. Так, я туда и не иду. Ну не иди туда уж. А то сам говоришь, а то сами говорите, сидите тут, а мы с Фосном пока что зеленые. А вот тут уже красные. Не, ну просто они как бы с лифтов, они тормозят что-то там, то стоят, то двигаются, ну тупят, короче. А вот справа там вот две лестницы. Ну сейчас целая армия такая пойдет на нас. Первый убит. Второй минус. А где все-то? Куда они разошлись? Негры испугались, что ли? Да все, все три кокера убиты. Тут еще было 10 спецназовцев, я видел. Их было 10, как минимум. Да тебе показалось, ты тебе приснилось. Не показалось, 10 спецназовцев.
На меня смотрит, говорит, паранойя. Успокойся, да, вот. Это все паранойя. Да, ты прав. Я слишком мало ворую, нужно побольше денег. Нужно еще как минимум 20 миллионов, да? Да. Не, у меня уже как бы где-то 20 миллиардов уже своровано. Я уже давно получил ачивку. За 1 нет, миллиард. Там 1 миллиард вообще-то. Ну, нет, биллион это миллиард. Биллион это миллиард. Ну да, да, я говорю, я уже 20 их спер. Но мне хочется еще больше. Я как бы уже убил, у меня по стати уже где-то человек 50 тысяч. Вот как я мог убить 50 тысяч человек? У меня 98, у меня 98 тысяч убито. Вот это вообще возможно, то есть... И 50% хедшота, и 50% хедшота убито, кстати говоря. 90 тысяч это примерно небольшой город, то есть мы убили небольшой город вооруженных солдат. Нет, это действительно возможно. Ну если рассчитывать то, что вот эта игра она сделана на повторениях миссиях, то есть... То как бы... Да, ну если чисто это... задуматься, 90 тысяч человек. Вот просто подумай. Не, ну если считать... Сколько людей ты убил? Ну если считать просто все 9 миссий, например, просто по одному разу, если пройти все 9 миссий по-нормальному, просто там, ну 5000 максимум. Не, ну не 5000, я думал, 1002 где-то. Вот именно. Ну 2000 всего лишь, это не 90 же. Но они высылают слишком много солдат, даже в армии нашей столько нету. То есть откуда они их берут и почему они все так социально? Да, доработка не реалистично чуть-чуть. Доработка. И почему, если мы берем заложников, их вообще насрать? Почему мы не можем сказать, типа, мы убьем заложников, если вы зайдете? Почему они, не знаю, кого тут пирожки бесплатные раздают, рвутся? Я не знаю, тут нет пирожков, отстаньте от нас. Я не помню, как называется какая-то там игра, но там... Действительно взял заложника и действительно тебя все слушают. Ты можешь сделать что угодно, пока у тебя в руках заложник. Кстати, в хит вот, такое, какие-то банды еще что-то тоже. Кстати, в хит вот, немного там тоже, если взял заложника, ты его держишь, как бы, ну, как щит его держишь, там тебе несколько секунд говорят, отпустил и все такое, а потом через несколько минут его преследуют вместе с тобой. Да, вот почему я не могу взять заложника, бросить его на бульдозер, и пока бульдозер будет валяться, я его пристрелю. Ну, это знаешь, это просто, это самая первая часть, и над ней не очень хорошо работали. А во второй, может быть, реально что-нибудь такое уже будет нормальное. Да, я лично верю в это, хочу... то, что они пойдут по своим ошибкам. Да. И лучше бы им, ради бога, сделать, что, Лёха, а нет, не... Ну, геймплей вообще должен будет измениться, потому что вот такой вот геймплей, он просто надоел уже. Не, ну кооп тут и... отличный. Вау. Какого? Тут я думаю, тебе вылетел будет... из укрытия. Тебя нужно будет затрейдить, я думаю. Да срать мне вообще на твое укрытие, тебе надо будет затрейдить. Да не, я просто вылетел, сейчас ничего не делал, меня просто вылетело, я не мог зайти назад. Неужели тебя, так тебя, тебя щит толкнул. Лучше забей. Куда они берутся? Да, им точно нужно что-то доработать. Погоди, я ищу заложника, может обычный где-нибудь старший. О! Да тут два заложника. Я там их оставлю. Хокстан, пробегись быстренько до меня, повяжи заложника, я тут посижу и потом затрейдю Максмана быстренько. Давай прямо сейчас быстренько. Просто повяжи его. Ты про меня говоришь, что я задался игра. О, четверняшка. И что? Ну я четверых убил одним выстрелом с гранатомета. Мне за это дали этот. Ну что? У меня уже у меня и 10 убит уже. Можно заложников убить гранатометом, ты за это получаешь ту ачивку. Ну в ноумерч так же делать. Спасибо за совет. Они считаются как свататься почему-то. Ты, кстати, можешь умирать уже. У нас да, кстати, почему в этой игре я вот давно мечтал, чтобы был такой, чтобы заложник освобождал себя, брал пистолет и был бы, ну, мог сражаться, знаете, как в Крепком Орешке. Не понял. Че? Слушай, а я вроде понял, что где-то свататься заломили, что ли, наверху здесь, или нет? У нас три заложника, один находится у лифтов, сватывается. И второго только что Хостон повязал. А третий где? Третий-то заложник обычный. Я думаю, у лифта уже освободили его давно. Нет, третий заложник это сватовец у вас там он. Он все еще там мой, которого повязал. Да. Хостон, ты до него доберешься, да? До сватовца моего? Или нет? Блин, он.
Ну я лучше тогда сливаться не буду, подожду, по крайней мере, еще два сайта, ну, буду сидеть нервненько. Ну ты точно не выживешь, поэтому... Ну я тут готов этого затрейдить уже. Ну как готов? Надо подождать конца сальта, это еще минуты там 3-2. Даже больше. Блин, это у меня так шипит или у кого-то другого микрофон? Показалось. Окей. Блин, там столько патронов, так хочешь туда сходить? Сейчас умирать будешь. Не, я не хочу, я еще не тороплюсь. Я не негр. Да, у тебя ноль жизни, ты упал два раза, ты когда упадешь один раз, ты уже влюб... А, нет, боже, у тебя будет 5 секунд еще. Не, ну если будете достаточно быстрые, ловкие и трюкачные, то да, вы успеете. Давайте, сейчас Марсмана обменяю. Давайте. Не обменивай, он может быть АФК, я помню, я на это подловился, он там был полчаса, это просто... Если ж с Хоксона, встань в углу, чтобы он в тебе резнулся, или кто там Хокс? Да я угла, не бойтесь. Главное, чтобы он не упал, а то такое тоже бывает. Ну вот, блин, ну какого хера этого? Ха-ха! Затрейдить его быстрее! Чисти дорогу. Быстрее! Иди. Давай, Фокс! Вот жалко, что плакеров нельзя брать. Дымо, какого хрена сам делаешь? Давай, ой-ой-ой, освобождай. Не трогайте! Все четко. Все, освободил этого негра. Ну, то есть тебя. Так, Овер, давай ты просто не умрешь, и в следующем слоте мы тебя обменяем уже. Нет, я не хочу. А куда второй-то делся? У нас же трое было. Ну, один умер, а третий там лежит в центре банка. Ну, отлично. Надо побольше бы еще мяться. Да ладно, нет, пойду пока что это... поищу приключений. Ой, нет, я не хочу, я передумал. Передумай уже. Сразу передумай пораньше. Да господи! Так, я добежал. Лучше мой Adventure Time пришел конец. Если тебя хотя бы раз ранит, то ты все. Просто. Ну нет, меня уже два раза успели ранить, не норм было. Я могу выдержать максимально. Ну у тебя там вообще нету хп, вообще, у тебя там 0 хп и 1/100, не знаю. 1000, 1 000 000. Знаете? Мне не нравится эта недоработка с бронежилетом. Как он мне восстанавливается? По идее, там должны быть сейчас дыр... Вообще море дырок в моем бронежилете. То есть как он может восстанавливаться? Это же белая полоска, это бронежилет, да? Ну да. Он восстанавливается. Ну я не знаю, как это описать, но на этом все и построено. По идее. А, ну да. Ну для консоли же. Эта игра сначала была эксклюзивом для Sony 3 должна была быть. Она да, от Sony. Да, похуй. Пусть мужик. Консольщики сосут, как обычно. О, как раз вовремя. Есть реакция, чуть-чуть еще. Я думаю, это было, знаешь, рефлекс твой. Ну, рефлекс, да. Ладно, ну, сейчас у тебя есть побольше шансов выжить. Но все, сейчас у тебя все равно будет секунда уже. Вот смотрите, передо мной валяется эмочка. Почему я, как в кладете, не могу ее поднять? Я хочу ее поднять. Ну, не знаю, потому что отпечатки пальцев, потому что, по идее, ты же будешь уезжать вместе с ним. По идее, типа, оружие забираешь с собой. Ну и плюс она еще не апгрейдена. Например, смотри, у тебя же твой пулемет сейчас с собой, ты по идее обменяешь свой пулемет на этот автомат, пулемет оставишь тут, тебя все равно это же реализм, я же в реальной жизни, если одену маску, как бы, ну, как вор, и начну грабить, я же могу там поменять оружие, если оно пустое. Ну смотри, ну ты же можешь просто сделать так, что по игре, типа, что нельзя сделать, то что ты возьмешь это оружие и вместе с ним завершишь миссию. То есть ты оставишь улику, свое оружие, табельное, и заберешь полицейское оружие, то есть ты себя спаешь и... Ну я как бы в перчатках, а табельное оружие я могу использовать на детали, ну как... Ну все равно. Ну ладно. Ну могу хотя бы, не знаю, там, на пару минут. Да нет никакой логики. И разрушаемость маленькая, тут всего лишь плитки отходят, да и то у входа в дриллерии. Почему вот тут эти плитки не отламываются, то есть с них стреля ничего не будет? Ну потому что эта игра была сделана 1.5 года назад. Да, и она для гоночек. И на нее не так уж много потратили. Так что забей. Да не. Да на нее вообще ничего не тратили. А кстати, Overkill еще там я видел на их сайте, они какую-то игру делают или сделали, там она называется Шторм какая-то. Да, я не пытался погуглить. Будущее там что-то. Да. Не, я ничего не знаю. Пытался, но ничего... Я, кстати, думал сначала, что по идее от Valve сделан. Не знаю, почему, да, но я просто так думал.
Я первый раз, когда увидел презентацию, вообще подумал, это Source. Я еще подумал, что Valve решили избавиться от своей привычки, что нельзя прицеливаться. Не, если бы эта игра была от Valve, то наверняка был бы где-нибудь хэдкраб спрятанный. Я вот еще не понимаю, почему у меня на нет милосердия сильно лагает. Там почему, когда включаю, если посмотреть в определенный момент, там начинает сильно лагать. Ну это я не знаю. У меня все нормально идет. Эта игра настолько мелко требовательная, что я просто сам в ахуе. Не, ну я знаю, у меня вроде бы на всех остальных нормально идет 60 FPS, а вот именно на этом, на новом версии меня почему-то не хочет. Но мне нравится, что тут фоф можно сделать на 100. Тут много можно было бы сделать, если доработали бы. Например, не знаю, но там... Ну они с PayPayDay меня... 2 сейчас типа работают, сейчас дофига работают, письма не проверяют и все такое. Интересное предложение можно прислать там, не знаю. Сделайте регенерацию ХП, вот надо очень. Ты знаешь, их можно в ладошки хлопать. Упрись просто в стену, в бок, зажми и нажимай. Постоянно бег, он будет хлопать в ладошки. Они там не знаю все-таки, я не уверен все-таки про бетку по Дефтрону, но все равно они что-то там еще готовят, какое-то продолжение секрета, может быть что-то типа того для всех, кто там находится. Ладно, я пока шнурки завяжу. Ой, что-то я опасно вылез, зря вылез. Да. Короче, я пошел к заложнику сразу охранять на всякий случай, а то мало ли. Овер, ты просто сразу иди умирай, вообще даже немедленно. Я не пойду умирать, я не хочу умирать. Упойдешь, слушай, ну ты заебал. Потом ты умрешь и будешь сидеть там до конца атаки. Давай сейчас просто без бельбонов. А ты умрешь в середине волны, а потом... Дай мне срать, если что ты просрешь. Я сейчас, кстати, прямо сейчас это все трать тогда, хули. Да, я и трачу. Вау, я сейчас так красиво убил этого тайзера. Я, знаете, как герой сейчас выйду, как в этом, в лицо со шрамом, начну в них стрелять, потом какой-нибудь меня сзади убьет с дробовика. Давайте, мазафакеры, давайте, это все, что вы можете. Давайте, грязные ублюдки. Я не хотел сказать, добеги до дрели потом, если я смогу. Ну давай, нужно. Да не, она откроется, эта дверь закончит в 18:43, так что ты не рыпайся. Не, ну просто проверил. Уже где-то. Не, ну 2 часа это прошло. Немного чересчур. Это чуть-чуть чересчур 2 часа, вам не кажется? Ну это для труза, дротов, которые реально готовы на это. Ну, эта игра просто не оснащена такими ресурсами, чтобы держаться в открытой местности 2 часа. То есть тут и меткость довольно херовая, то есть по идее М-очка она далеко стреляет, это дальнобойное оружие, но тут она в хэт едва ли убивает с первой попытки. Я уже молчу про многие... Я прослушал, что ты про что сейчас? Я про оружие в этой игре, оно по идее должно быть поюзабельнее, мощнее намного. Ну по идее, но... Ну, как калаш он убивает только с двух выстрелов, это нормально, я думаю, в голову. То есть пробивает стекло и убивает в голову, по идее. Ну да. Но все-таки они реально недооценивают калаш, по мне так. Разработчики, они просто сами не держали калаш в руках, вот и не знают. Ну не, ну если сделать супер оружие, то все всегда его будут выбирать. Это как бы не резон, нужно хотя бы сделать, чтобы другие по идее, выбирали. Да. Ну все равно большинство юзают калаш. Да, но он просто высирает патроны, если так можно сказать. Он выплёскивает. Но он скорострельный, он для дозеров вблизи, он лучше эмки для дозеров. Ну эмка она гораздо так мягче стреляет. Ну да, у меня, кстати, с самого начала выхода игры, когда я играл, так у меня все еще стоит фаворитное оружие М4. Ни разу не менял вообще. В статистике оно меняться не будет. Как бы в стимовской статистике, там после выхода дополнения... Не, там я про статистику постоянно... я про статистику в игре. Стац. А, по игре, да. О, отлично, освободите меня. Ну да, сейчас освобождайте. Сейчас освободим. Ты только опять не падай два раза. Да я понял. Что в тебе? Я постараюсь буду экономить. Ну вот, пока все нормально. А прошло всего лишь полчаса, мы уже двоих затрейдили. В следующий раз может такой не прокатить уже.
Суватовцев уже не так легко. Потому что суватовцы только в той части у элеваторов. Жалко, что тут нельзя, не знаю, там покупать способности, перки. Блин, что ты делаешь? Я хотел заломить сваттаться. А, ладно, я больше не буду это пытаться сделать. Просто, сейчас у меня все проблемы будут. Так, я его лечу, не надо сейчас. И быстренько сейчас за угол бежим. Ну, ребята, ну это... Ну, я убил какого-то тейзера. Вот. Глупый чёрный, ну чё, что всех подставил? Я же сказал, я его вылечу. Почему ты пошел с остров? Потому что нам прикрыть твою жопку. Ну я, видишь, вышел чистым, а вот ты нет. Все, давайте просто сидеть. Да, ну только ты мог упасть вообще. А то мы опять зафейлим все как обычно. Просто да. Потихонечку. Вот чё он, дурак? Дозеры не придут. Да, ты тоже так говорил, потом пришел сразу два. Да не, сейчас они реально не придут уже. Сколько, 20 минут прошло? Так, не глазьте мне тут. Вот, я вот одного не понимаю, вот у меня есть... Окей. Глупый, да, вот почему у меня есть эти... Которые через стенку ранили только что. Ага. Вот почему у меня пулемет, у меня есть эти ножки. Почему я не могу сейчас лечь и как бы быть пулеметчиком из спасения рядового Райана? Расстреливать проход. Ну вот тоже недоработка. У меня тоже двойной магазин, но он почему-то... Он не использует его, он меняет на другой магазин вообще. Двойной магазин меняет на другой двойной магазин. Да, лучше бы, знаете, тут была система первая, как в Call of Duty или что-нибудь там наподобие. Да. Ведь в Black Ops 2 сейчас там двойные магазины, они используются вместо... То есть перка, у костюх больше нету, теперь там только модуль Fast Mag, он как двойной магазин. Ну, будущее, хули. И ковбоя нету, и сталкера нету, ничего такого, и твердой руки нету, это все как модули теперь. Не, ну я лично не первый помню, играл давно очень, я уж там не помню, какие там перки. Я помню веселость, я помню все вообще. Еще меня бесит, что эти, знаете, эти солдаты, они так драматично умирают, то есть в них стреляешь, они так драматично падают. Ты про кого сейчас именно? Я про солдат обычных, то есть ты даже не поймешь, когда ты их убил, то есть ты стреляешь ему в хэд, и вдруг он начинает так драматично падать. То есть он уже как бы мертвый, ну, считается, да. Но ты в него еще половина патронов. Я по привычке стреляю в существо, которое еще стоит. Ну то есть он встает еще. Ты об этом, да? Он не встает, но он типа драматично так вот на колени сначала падает, потом как-то руки так делает, а потом только после этого. Не, ну еще больше, что он просто упадет, а потом медленно-медленно начнет вставать, и ты просто не поймешь. Да, вот это, и поэтому просираю слишком много патронов, вот как раз на этих. Не, например, еще я понимаю меня... сразу. О, все, еще 9 убийств, и все. Бронко эксперт 5. Давай, детка. У меня эксперт 5 ко всему оружию делается за перед челленджем убить 1000. Вообще всегда. Не, ну ты убил уже 90 тысяч, а я только 50, мне еще нагонять. Ну все-таки. Я эти челленджи второй раз выполняю. Я сбрасывал 100 тысяч. А, ты статистику стер. А вот я не хочу, я так помню, как я задрачивал это, я не хочу это повторять. Не, ну просто я сделал это, потому что я не мог выполнить ачивку, но... А, ну пнёркер, я знаю. Пройти овертем нулевом репутации. Не, другое, то что... Заработать уровень там в саппорте, поднимая своего товарища, или убить снайпера последний килом для саппорта, для шапшопера. Вот это крайне хуёвое, но тут нужно высчитывать время именно. Не, ну с саппортом получилось все четко так-то. Не, самое четкое, а вот когда... У меня сейчас уже все ачивки, кроме инфекторов, которые хочу наконец сделать. Там у меня только не как 40. Там надо чтобы ты был 193-го, ну вообще не нулевого уровня, и чтобы твоя команда была от нулевого до пятого. И пройти на верхили любое. Diamond Cash самая легкая. Ну тогда я его сделаю легко. Только надо найти нубов таких самых. Да не, можно просто сбросить статистику, сохранить папочку с данными про Payday. Ну, чтобы три чувачка так сделали, они сыграют на нулевом уровне, потом вернут обратно, да и все. Ну вот не очень честно будет.
Так, Зет я не забанит, это так, крайне честная махинация. Ой-ой-ой, за колонной, быстренько. Да, я вижу, вижу, вижу. Ну не, просто тоже такое бывает, когда под за спиной в метре от тебя, ну, да, никто ты хочешь не просто, видит. Ну ты хочешь просто сбросить свою статистику, чтобы помочь другу, просто так. Ты можешь просто. Но у меня нет друзей с нулевым. У меня все друзья, они... Вот, вот, спасибо, ну этой вот, паскуде, теперь а мне не помогут. Помочь КП. Тем, что сбросить статистику, сохранять папочку с данными про ПТ, а потом вернут обратно себе, да и все, когда тебе помогут. Да. Вообще странное количество патронов у пулемета 159 в обойме. Никогда не слышал, не видел, чтобы столько было в пулемете. Там не 159, там 140, я считал, или 160. Нет, у меня сейчас вот 158, и у меня вот обойма от пулемета этого, у меня один патрон пустой, то есть в нем 159 патронов. А один патрон это как два патрона, чтобы для экономии. Значит, поэтому у меня около 160. В обойме 160. Ничего себе. Ну хотя да, для пулемета это, наверное, нормально. Ну если в РПД, в Call of Duty РПД 100 там может быть. Что такого-то? Да. Не, было бы здорово, если было бы 200 хотя бы. Просто пулемет задумался как оружие для держания, ну, для долгого так. Ты, наверное, ты просто не играл в Resident Evil 4, Resident Evil 5, где в БД... Да, я не играл. В берете 9, 100 патронов, если прокачать его до конца. Братень, ты не играл в Metal Gear, там в АК только одном при минимальной раскачке 126 патронов. Даже но побольше. В Б9 100 патронов, чувак, в Б9. Берите 9, 100 патронов. Но это же японские игры. А, ну, а при чем тут 100 патронов в берете и японские игры? Ну потому что, смотри, Metal Gear, она тоже японская. Или там, ты например, хочешь как-то связать это с тем, что японцы долбанные извращенцы и 100 патронов в берете? Нет, я хочу связать это с тем, что они любят, когда побольше. А. О, есть, я говорю, что ты свяжешь с тем, что они извращенцы. Ну почему? Кто как думает? Может они любят все большое? Ну, в плане там оружия, не знаю, баланса. Я не об этом сейчас говорил. И в Скорпионе, в маленьком пистолете пулемете Скорпионе 250 патронов. Это тоже нормально, думаю, да? Слушай, там транквилизатор на пистолет. Обойма патронов на 20, а в ней 250 патронов. Я и говорю, это бред какой-то. Перезаряжаешь её за 2 секунды. Да еще более бредовее. В Metal Gear хотя бы в 10-миллиметровом пистолете там каком-то 40 патронов. Ну я не знаю, сколько это реалистично, но хотя бы. Так, ребят, не надо туда идти, не надо, прошу тебя. Я Марк, заломлю не парус. Я убью. Да эту, не надо их заломить. Я помню, я смотрел видео, в котором 4 ребята просто в бункере, вот в этом, не в колоннах кемпере, а просто как мужики держали. Вот. О, слушайте, они. А, они только 3 двери открыли, мы можем продержать, по идее. Ну хотя бы попытаться. Хотя нет, лучше не надо. Лучше не надо, знаешь. Да, и все-таки не надо, а то мы слишком многого достигли. Ну пока сейчас не очень. Скоро половина будет. Не, ну скоро же половина пройдет. И мы не используем ни одного медбага. Все, давайте, ребята, сидим. Ну это с учетом того, что мы уже двоих затрейдили. И к тому же двое из нас уже при смерти, если так можно сказать. Негр, тебе умирать еще рано. Умрешь в конце, да когда я будем я только один уходить раз упал, все, успокойся. Я просто волнуюсь за тебя, негр. Тупой, да, ваш. Просто не понимаю, как тут работает перк больше крови. То есть, по идее, когда я второй раз упал, у меня должно было быть 5 секунд. Да, я тоже заметил, но у меня был... почему-то так не было. У тебя было 2 секунды. Да. Опять какая-то не работает. Ну это глюкануло. Это у Марксмана не должно быть 5 секунд вообще. И, кстати, у меня почему-то было 15 секунд. Разве нет? Ребята, они идут, аккуратнее. Точнее 30 секунд было, а должно было быть 35. Мне показалось. Вот я помню, у кого-то было 35 тут, но у тебя не было. Даже ты не играл. Ну, показалось. Значит, Вольф не хочет давать всем свой перк, да? Он только кому-то его подарил. Вот Хокс, по-любому, подарил перк. А нам его не дал. Ну, по идее, они должны на всех действовать, а не на двоих тут перки не, действуют. Я говорю, по идее,
по приколу, что типа вор зажал перк на всех. Ну тут такое бывает, то есть если кто-то берет, например, перк. Ну это глюки эти... все, ну все. Ну ты бесит, ты хочешь, чтобы это исправили. То есть протектор они вроде бы исправили. Они уже ничего исправлять не будут. Они исправили баг со столом с термитом только из-за секрета. А так они могли это еще давно пофиксить. Ну вот именно, что не фиксит. Ну и хотя пускай дадут код игры, пускай хотя бы фанаты будут делать дополнительные там фанатские моды. Да нахуй надо. Ну хотя бы исправление багов. Скажут там то, что типа нельзя, только мы должны исправлять баги, все такое, идите нахер. Ну это же оверкил. Да, еще какой. Я еще хочу у него узнать, что за шторм у них. Я хочу в нее поиграть, вдруг какая-нибудь. Ааа, блядь! Я, короче, на диванчике лежу, вы меня прикройте. Кто ты на диванчике? Тебе везет, а я тут на стуле с вашей жопу просиживаю. Ну, ты помнишь, причем, знаешь, на рядом. Деревянном стуле. Я хардкорный геймер. У меня охуенное кресло. Слушай, не надо тут мне зависти, чтоб меня обливало. Да я никого не обливаю. Не, чтоб я обливался тут зависти. Ну я и говорю, что я не заставляю тебя обливаться. Просто у меня есть такая привычка, когда я играю во что-то хардкорное, ну или среднее. По отношению к хардкору я всегда беру свой деревянный стул, сажусь на него и начинаю гонять. Ой, перезарядка, перезарядка, крой меня со стороны. Больно. Я помню свои времена, когда на деревянных стульях сидел, играл. Вот это было хардкорно, да. Стерва, до сих пор сижу. Это были стройки 2000-е, мы сидели, играли как могли. Без спинок. На табуре. А и только в халфу. Ну тебе, ребята, какая ваша самая первая игра была? Я начал играть ровно в 7 лет, когда меня его купили, когда первый раз в квад пошел. И шутер игра была первым. И вообще самая первая. Это была Солдаты Удачи первая. В которую боялся играть почему-то. Почему у всех, вот, кого я спрашиваю, они либо говорят GTA, либо Half-Life, либо еще какой-нибудь там шутер, я про GTA его знал только 8 лет, и это был San Andreas. Вот моя первая игра была. А потом я уже узнал про третью, про Vice City, про GTA 4. А первая игра, какая была моя первая игра? Моя первая игра была Кузя. Кузя. А я еще тогда начал. Я даже в 7 лет начал играть в стратегии противостояние, знаешь, серию. Противостояние 3. А я играл с каким-то нарисованным трэшовым персонажем от компании One C. И вот поэтому. А я играл в игру, где была функция защиты от детей, то есть можно было убрать кровь от оторванной конечности и прочую фигню. Печально тебе, наверное, было. Да не, я по приколу сам ее убирал или обратно ставил. Ну что, я не думаю, Я сначала боялся в шуту играть, потому что надо было стрелять, я там боялся, думал, что меня сейчас там убьют. Я не боялся самой игры, я боялся, что меня убьют, там, короче, за брату играя. А потом, короче, привык к этому, и, короче, всю игру пошел на следующий день, практически. Мне брат а что за игра была? Солдаты Удачи, говорю же, первая по гугле. Просто у вас голоса похожи, я не понимаю, кто вообще сейчас говорит. Я этот танк. Я сижу на диванчике. Точнее, лежу на диванчике. А, ты негр, да? Да. А, еще была ралли какая-то, где я все время въявался в деревья. И попал этому пидору прямо в рожу. Ладно, ребята, пока пропало. Еще у меня потом брат взял... Брат взял диск «Братья пилоты». В нее еще играл. Классная штука. Это вообще не слышал. Ты чё, братья-пилоты, ты охерел, что ли? Ну, я действительно не слышал, я только Кузю, потом я услышал о Half-Life, потом о Half-Life 2, честно, я Half-Life вообще не проходил ни разу первый. Вообще не знаю, чем она всех тянет. А я не узнал только в 2008 году. Вообще, я когда про San Andreas узнал, так мы с братом проходили, мы... Самое помню, это мы с ним зависали на
обучениях на вертолете, на самолет, ну, на аэродроме в пустыне так. Мы все время не могли, а потом. Помните ту батхертную миссию в GTA Vice City с вертолетом и динамитом? Да. Дерьмовщик, говно, флот стоит полностью. Ублюдочная, говёная миссия, блять. Я прошу. Какая она ублюдочная, слушай, я тебя пишу. Как это? Я тут момент с известными утюгами её поливал. Эту миссию, она такая дурацкая. Ну ее все-таки за кто-то смог, и даже я смог его пройти. Но это. Да ее все проходили, мне кажется, кто играл в нее 8 лет или раньше, ну или позже. Ну и кто вообще начал проходить. Чтобы просто у нас не были пальчики нашим. Заточены, еще не те мэтсхилзы были. Ну все-таки. Я уже в вот то время управлял я в то время тогда уже управлял машиной двумя пальцами всего лишь. Не, я просто вот недавно решил перепройти, я прошел эту миссию где-то со второй попытки. Когда понастроил сенсорику. Не, ну она сама по себе хардкорная, не то, что мы были маленькие, а просто то, что она сама по себе убила. Мы кнопку мыши выброс динамита, и если смотреть от первого лица, там, оказывается, можно было, если нажать там, по-моему, я на F поставил, то тогда она не такая хардкорная. Там она нормально проходится. Там была проблема просто в том, что давалось время, вот это и бессилило, там не успевал по времени. Снайпер, иди заложников, бери выстрел в голову и нажимай F. Да, а у нас нет снайперов. Есть, я и Максман. Но я лежу на диванчике, а Максман. Максман как, пока... как в штанишке. Боится что-то. Ну ладно, сиди там. Давайте вы вдвоем, ребят, попробуйте. Не-не-не, я не хочу вставать, мне лень. Да ты негр, ты не умрешь. Че ты ссышь-то, ты негр. Так, надо бы еще залог найти. О, смотри, сейчас его заловню, вот, смотри. Опа. Во. Нет. Сука. Не хочет. Ну ладно, все, уходи. Уходите, ребят, назад. А ну, давай обратно, сучка. Я пока тут в кафетерии кофейка попью. А вы пока там сражайтесь, ребят. 5 секунд, как бы. Они сюда не пойдут. Даже если пойдут, то только будет максимум 4 секунды. Тебе сейчас кокер там попадется, я тебе отвечаю. Они спаунятся там. Ну, я что-то не видел. Я помню, я сидел несколько ассальтов, когда там трое держали, и все было норм. Ну, ничего, если что, сообщу. У меня full health, мне не страшно. Проблема в том, что я помню, я просто ржал, когда на Counterfeit'е я бегал кругами, единственный остался в живых, и за мной постоянно бегал клокер. Я это снял и да, поставил да, еще да. Эту... мелодию из этого, из челюсти там. Вообще, когда за тобой бегает клокер, просто ты от него убегаешь, за тобой бегает клокер, блин. Так вообще боишься становиться, просто знаешь, что остановишься, то что-то он тебя догонит. Слендер какой-то. Похоже на погоню от Слендера. Да, действительно. И еще плюс такой неловкий момент, когда у тебя все оружие на перезарядке, но чтобы перезарядиться, тебе нужно замедлиться. Вот этот. Вот я на контрфисе так и попал, я от него убегаю уже 10 минут, ну все, думаю, ушел. И вдруг сзади, из-за спины, блин, меня хватает. На него можно, кстати, от него можно запрыгнуть на какое-нибудь препятствие там. На контрфисе там же, на какие-нибудь бочонки. Я бежал от него по всей карте, это не сработало. То есть я вроде бы вижу, он куда-то исчез, а вдруг вижу, он в косяке двери появляется. Прямо из-за спины, черт. Так Слендер же. Не, он больше на SCP-106 или какой там, я забыл. Ой, я то есть... ты, наверное, имеешь в виду SCP-086, старик, который затягивается... Не, там, это не старик. 087 это статуя, а... Ой, 173 статуя, 087 это лицо, а старик, я не помню, 106 вроде бы, да. А, я вспомнил, да, 106 точно. То есть я не один этим интересуюсь. Не, я проходил контейнер бридж, я последний патч проходил, где надо на свободу выбраться. Да, а вот я после контента бридж зашел на официальную вики американскую, там уже их около 5000 этих СКП. Я немножко... Так там вообще до хера просто. Ну да. Я блин, пересчитал, наверное, 500 где-то всего. Только, да только с русской вики. На русской вики там всего 2000 лежит. Плюс там еще есть интересные истории, там какие-то сюжет даже выложен. Есть там даже могу... Многие верят даже в это, кстати говоря. Ну да, ну интересно все-таки там, например, про магазин, в который заходишь, и там начинается какая-то своеобразная игра, в которой ведущий предлагает вам участвовать в какой-то гонке, а если вы просрете, вы сдохнете. Я помню про картину, про водяную картину, где, короче... Картина, на которой изображена вода, просто ты на нее посмотрел, а потом
ты через несколько часов умрешь. И там скриншот выложен с этой картины, который типа безопасен. Ну, мне понравилось про маску какую-то там, которая что-то может читать мысли и давать ответы на все вопросы. Только она какая-то заебистая, не любит там особо говорить. Мне все равно нравится самый нормальный ЦБ, это который старый АИ, ну старый компьютер, который... С которым разговариваешь там, и он тебе... Ну, в общем, который связан с игрой в сюжете в этой игре самой. И там я просто... переписка его там с врачом. В его резюме. Там еще этот СКП-087, по-моему, бесконечная лестница. Вот это полный. Да-да-да. Бесконечная лестница, и сам, там самое главное, это само лицо, мне кажется. Не сама лестница. О, вот я спокойно сейчас хожу тут, брожу тут никого, а вы пока там умираете, ребята. За мои грехи. За то, что я тут так свободно хожу. Не, нам там много. Даже снайперов нету, смотри. Кстати, полчаса, кстати, ровно час прошел. У меня 17:43. Да. А, нет, оказывается, снайперы там есть. Есть, так, плохи... есть. У тебя пулемет, так что лучше вообще не ходить. Не знаю, я чувствую себя, не знаю, Шварценеггером. О, да, остался ровно час. Хорошо. Вот в этой игре не хватает новых противников, не знаю, там... Например, там, бульдозера с гранатометом. Не надо вообще, дымовым. Если нету патронов, просто нету патронов, просто сиди. Пошел в жопу. Давайте вы будете стрелять, если там только солдаты. Вот я лично расслабляюсь, тут хожу, бегаю, наслаждаюсь графоном. Кто-то умный, поебанчик получит. Все, давай хох, потому что не вылезай больше. У меня важное дело. О, вот зря вы начали самого бага. Ну так я домой говорю, я оставлю. Мне, я думаю, что мы сейчас просто... Сейчас эта сумка исчезнет через минут 20. Да и мы сопьёмся. Считай, что Максимум очень любит... Максимум очень... Если мы так же сидели без этой сумки целый час, то все нормально. Ну, сейчас вы будете активно сейчас Максимум будет ее юзать активно, потому что у нас есть эта сумка. Да, вот зря вы. Он как наркоман, если один раз... Ну всё, мне кажется. Сделаю вид, что этой сумки нет, и тебе не будет соблазна ее брать. Мы просто вчера, когда сидели, я просто сижу, думаю, что ладно, все нормально, две сумки с патронами, одна с медиками. Когда уже двое из нас упали, то смотрю, две сумки с патронами уже нету, просто аптечки нету, двое умерли. Я думаю, как две сумки с патронами прострали это, блядь? Когда успели? Давай нормально. Одна сумка за один час, так что сойдет. Да вы сейчас обе сумки-то прострали же. Вот сейчас будет сложный момент, когда нужно будет прорваться к бункеру. Мы должны будем за 30 секунд прорваться к бункеру. После того, как он откроется, вот эта вот дверька вторая. Еще забрать все золото. Я хочу забрать все золото и очистить первое хранилище и уйти. Зачем ты 193? Потому что я хочу так сделать. Я понимаю, что это был 145-й там где-то. Потому что я сказал, потому что я негр, я приказал. А ну пошел нахер, ты мне! Да, в современных. Вот сейчас в современных фильмах все негры, они какие-нибудь генералы, там, командующие, они умирают даже не под конец. Вот меня сильно огорчил фильм этот «Обитель зла 4 после жизни, где негр вы. Говно! Тупое, как и пятая часть. Ну да, ну еще за счет того, что негр выжил, я думаю. Это был такой эффект. Блин, надо посмотреть будет. Ну там типа негр схватили в начале фильма, а в конце он какой-то источник трубе. Игра тоже говно полнейшее, как и Resident Evil 6 тоже. Да не, вот Resident 6 они там постарались. Мне понравилась миссия, где нужно играть за китаянку с этими полными штанишками. За Криса... Как вы играли в Resident Evil, что коробки сидели? Это тупо Gears of War ведь, по идее. Ну там всё, это Resident Evil 6. А вот Лео, где компания с Леоном, там всё нормально. Тихо, я сказал, тихо. Кто играл в Resident Evil 6? Его на PC-то пока нет, он только на Xbox и PC-3. Вот, получается, что у вас есть коробочки. У меня есть мыльная пистолет. У меня нету, я у друга играл. Блин, какой позор, я потратил один заряд. Кошмар. Наверное, даже не ночью спал. Я выпустили на компе, но я хочу поиграть срочно. А они на компе где-то в декабре выпустили, даже Я хочу игру South Park, которая в 13-м выйдет в марте. Да не, это трешак тупой выйдет. Они сказали, что это эксклюзив для коробки. Нет, для ПК тоже обещали. Она вот. Они для есть, они пятый резидент говорили, да, что кстати, будет точно эксклюзив для PC-3. Скажи, сейчас же эта новая игра вышла по Гриффинам. Да, кстати, Гриффины там. Я хочу тоже поиграть. Я хочу вот поиграть.
Ну, Гриффина по телесериалу там, типа, надо... Вот мне понравился там этот собака с АА-12 дробовиком. Так хочется за нее поиграть. Ну, а чё, собачка, это и дробовик. Плюс там еще есть этот... Брайан зовут собаку, да? Ну, да-да-да. Да, Брайан. Плюс там еще есть магазинчик с внутриигровыми предметами из различных серий. Ну, то, короче, игра сделана для фанатов, для обычных. Не, я пошел обратно. Иди туда, там два тайзера. Главное, чтобы этой зимой была эта распродажа с ачивками. Я будет по-любому. Там добавят, там опять будет либо картошка, либо типа того. Или опять угольки. Да, я думаю, с угольком будет. Я думаю, вот Гриффины 100% попадут, потому что там рождественская тематика. Там даже первый уровень это с Рождеством с первым. Я хочу, чтобы побыстрее второй DLC для первого DLC для Блэк-Опса. А то одна карта для зомби это... Не серьезно, не, их у там, меня один хп. Их там вообще-то две. Одна, там с автобусом. Не, ну, не считая Нюктауна. Ну да. А Нюктаун это просто как обычный Нюктаун, только с зомбовский. Это обычный сарвайвл просто. Ну это фэ... Ааа! Нет, нет. Пошути, показалось, да, обратно пошел. Блин, я спокойно... Мне бы скидывать, надо это обменяться. За угла. За. Ублюдки, а. Какого калибра, какого вообще этот пулемет похож на МП-5, только... 7.62 же калибр, по идее, написано, как у М14. Да, калибр, а название пулемета, просто он очень похож на МП-5, ну, это по крайней мере. Подожди, постой минутку. Ну это похоже на... Что-то типа... У него даже... Я думаю, что такого пулемета просто не существует, по мне так. Это не М249, ничего такого, на что это может быть похоже. Вот какой смысл добавить пулемет, который даже в природе не существует? Ой, ну, ой, да. Лаги. У меня FPS падает, что происходит? Отлично, у меня почему-то FPS упал. Все моргает. Просто превосходно. Сейчас, ребят, подождите, меня слышно, да? Угу. Так ты не лагаешь, это у тебя, наверное, что-то такое. Спасибо моему чудо-компьютеру. Ох, придется сейчас что-то снизить, наверное, вертикальную синхронизацию выключить. Может, фрап случайно включил, типа того? Я не включал фрап, у меня вообще по... Да, вот, выключил вертикалку, все норм. Ну, бывает. Совсем норм. Ой, нет, еще больше залагало, господи. Типа, отсидись там 2 минуты. Вот здесь лучше отсидись. Так, наверное, у меня что-то сейчас с этими обновлениями. Это тебя Господь наказал, что ты не бегал. Это за то, что... Говорит, заебал ты бегать. Посиди-ка там уж 3 минуты. Надеюсь, Господь это исправит. Я не понимаю, в чем фишка этих каких-то технологий этих пришельцев, ну, блин, в настройках есть чего? Какая-то, в настройках есть такая именно? Функция есть в настройках в видео, называется Alienware какой-то SFX, ну, типа для большего свечения, если включить, ничего не получается, то есть ничего нету, для чего? Ну, я знаю, ну да, там, это для компьютеров. Ну, компьютер нужен от этой фирмы Alienware и маска. Маска сейчас это тоже дается там. Да, пришельцев. Я видел кого-то этого инопланетного. Ну, компьютер, честно, полный дерьмо, мы в 2 раза мощнее. По крайней мере, был согласен. Пока. Ну, это потому что типа Steam одобряет этот компьютер, только из-за этого. Ну, он просто рекламирует. Ну, по крайней мере, не как Origin рекламирует свои там дополнения. Там заходишь в любую игру после... Входа всегда там какая-то реклама в этом Ориджине, плюс аккаунт еще своруют за 1.5 месяца. У меня уже 2 Battlefield'а третьих своровали. Слава богу, не премиум. Ну я потому ненавижу Ориджин, говно полнейшее же. Чёрт. Так, рефлекс. Мне кажется, нужно взять заложника. Я возьму кучу заложников в следующем ассаунте. В следующем саунд-энде и сразу умру. Ну херово, наверное, тебе. Давайте-ка я завершу на всякий случай разговор, я думаю, и сейчас подойду еще раз. То есть, как бы, завершу его.
Да, вот сейчас поменьше лагает, я думаю, это было из-за этого. Вот сейчас намного меньше. Вообще не лагает. Ну ты браузер закрой в Steam, может из-за этого, если он тебя открыт. Он у меня, я его закрыл. Mm-hmm. Ну сейчас, да, я вот завершил, и вот сейчас получше все. Кстати, я смотрел, по-моему, Марк, он купил этот Hitman Absolution. Да, Марк. Он в него играл. Да, ну как тебе игру, Ря? Все-таки 28 часов наиграл. Я только 7 там вроде бы. Не стесняйся, просто говори. Отлично, отлично. Это, конечно, не спринтился. Ты там все уже прошел, да? Просто говорят, что она полное говно. Да, это долбоёбы пишут. Это как эти фанаты задроты серии считают, что она скатилась в дерьмище, потому что раньше им якобы было интереснее играть, а сейчас она превратилась в что-то такое убогое. Ну, я видел геймплейные ролики, мне лично понравилось там графон, там лысый, не, там ну, всё есть. Немножко свой статус утерял, а там немножко не так все, как в старых частях, но в основном она нормально стала. Ну, в старых частях было то же самое. Приди на карту, найди хитрожопый путь и получи больше очков. Ну, не совсем, там, можно, там, в любом камуфляже можно было ходить при ком угодно. Можно сказать. А там, если ты оделся в полисмена... Ну сам подумай, это реализм. То около полисмена... Все равно, ну как бы, реализм, но все равно. Ну ты играешь за парня, у которого, не знаю, лысый и какая-то херня. Узнают, когда он одевается в чужие костюмы. Ну. Хитман не может ползать по помойкам, блин. Причем тут это я не понял, какие помойки? Ну, я помню, по-моему, в Блудмане можно было прятаться в помойке, если за тобой там вообще жопа была. А. Ну, то есть, как в Metal Gear ныкаться, если тебя спальнули. Откуда по нему тазит? Я не вижу. Я его не вижу, где он? Да это разглашается. Да он прибежал к нему же сам. Ой, все. Ой, жопа, ребят. Все, теперь я наравне с вами, ребят. Мне печенька. Может выбрать, не знаю, медичку? Сейчас уже 6 часов, нам осталось 40 минут. Хотя нет. Ну давай, я кину, я полечу, что я не хочу умирать. Да не, погодь, не надо. Давайте, меня когда можно уже менять... будет 40 минут. Когда будет может, 40 минут, ну зачем? Окей, не подпускайте Марка к медичке, ни в коем случае не подпускайте Марка. Да, с моим учетом. У него патроны есть, лучше не подпускать его к меду тогда. Да он уже там приседает уже от нетерпения, видите? О, он шнурки завязывает. А, все, прекратил. Ну патроны, правда, берешь такие шнурки. Да вдруг у меня шнурки развязались. Смотри, видишь. Да там патроны себе под пиджак ложат потихонечку. У меня тут вообще патроны везде по нолям, а он, блин. Там патроны воруют. Я хотел говорю, меня обменять. Никто не хочет на кого-нибудь здесь. Кого? На что? Может захватить кого-нибудь обменять? Да захватим, да я не... захвачу. У меня М14. Ребят, да. А за что выдают доту 3, вторую? Просто у меня уже 3 доты вторых. А ее уже можно купить в магазине. Если что. Какую купить? Она бесплатная. Нужно какую-то заявку. Я помню, я написал вот, заявки. Что я нажимайте, хочу КС2, нажимайте F на одного из них, вон он, который... Я полное дно. Давай. Давай, да братик, сдавайся, у нас есть печеньки. Чёрт. Сдавайся, блин. Ой, я захватил поле боя. Я умираю. Я иду. О, у нас их двое. Проклятый черножопа, я же сказал, что я умираю, чё ты вечно всё портишь? Да пофиг, потом ты умрёшь. Пускай негр. Он негр. Я негр, так. Да. Это вот именно, негр должен умирать последними. Прикройте Дауса, там его, потому что пиздить буду. Он освободили одного, чувак. Чуть зарядил, не бросил свою жизнь. Пожалуйста, ой, я чувствую это полное ж... Напнем по лицу еще раз. Отлично, давайте нам этого заложника быстро. О, слава тебе, прикройте кого-нибудь. Ой, ёп. Так, лечите. Какого? Главное, вот как мы его захватили? Как мы его затрейдим? Это невозможно. Он слишком далеко. Давайте кто-нибудь из... А, вот. Спасибо, все. А, по местам. Всё, лечите. Так. Я люблю Хокстона. Да все, я помогаю ему, не надо, я помогаю. Какой ужас.
Так, сейчас не хилимся, подождем. Так. Да никто не хилится пока что. Да вон я Марк вижу, смотри, как он хищно смотрит. Хоксан, ты просто ждет Марка. Хоксан, сколько раз упал? А? Я уже такого раза упал. А, ну, потерпи пока чуть-чуть. А то я помню, я вот вчера мы вроде бы продержались, я с кем-то играл, вот вроде продержались, идем, а там осталось 300 секунд, нас там потом зажали. Держались мы героически, как нобы. Mm-hmm. Нас слили за 10 секунд. Там было 3 клокера и бульдозер после них. Еще плюс 2 шилда, еще что-то какое-то говно было. А в самом хранилище, когда он откроет, стоимость будет? Да, конечно. Только золото. Хорошо. То только панельки, которые если давайте, неправильно нажмешь, давайте, там короче, падет. Давайте, короче, я открою хранилище, мы зайдем туда, потом я буду охранять вход, а вы будете забирать золото, потом идем в первое хранилище, забираем деньги и уходим. Вот это самое будет. Сложное. Не просрать все то, что свалить ты... с миссии. Это все нормально будет. Вот сейчас чудо, что я держусь. Обычно, когда я играю с кем-то, у меня вылетает через час игры. А вот сейчас все равно. А, да, я вспомнил, ты говорил, что я прошел 6000. Я сейчас на всякий случай пересмотрю видео, чтобы убедиться в том, что я знаю полностью. Ой, ребят, к нам пожаловали герои, надо их как бы. Почему я с Зигой перезаряжаю пулемет? Я вот когда перезаряжаю, я стор так Зигой затворяю. Я пересмотрю на всякий случай, мало ли. Не надо, сейчас вылетишь. Чего никогда нельзя выходить из игры? Я не выхожу из игры, я в браузере в этом открыл. Нет, у тебя сейчас вылетит. Да у меня все нормально, у меня все переваривается. Ну надеюсь, что у тебя переваривается. У меня лично 4 гига, а там карта хорошая, сердечный, у меня все равно 5 FPS, когда включаю фрапс. У меня 6. У меня нормально. И 2 гига видеокарта. Ну 2 гига там чаще всего этот... Только гик работает в основном. Не, у меня 1.5 работает чем. Ну нормально. Да, вот так вот. Там полный обычно не работает. Ну у меня вообще по идее так-то ноутбук. Я хочу себе еще 6 гигабайт оперативки поставить. Что у меня боков сторон не карты будет смысла. Не имеет. У меня лагает. А ты выключи сглаживание, включи разрешение. Я уже, 1200. Я выключал, я пытался ставить вообще все на минимум, даже разрешение ставил 800 на 600, у меня все равно карта грузится. Ну когда я загрузился, странно. То прошло уже полминуты игры. У меня Black Ops на максимум. Я даже смотрю через диспетчер задач, когда у меня грузится карта, то у меня ЦП 50% и оперативки заняты всего 2,5 гига. Ну тебя значит не прогружает видеокарту. А у ПС у меня 60 всегда. У тебя есть карта AMD или NVIDIA? Это связано с тем, что у тебя включен вертикальный синхроимпульс, его надо выключить. У меня IT Mobile эти. А, ну тут все ясно. И меня лично иногда тоже подлагивало в играх, я просто выключил в NVIDIA настройках вертикальный синхроимпульс, и у меня все пошло, летало просто. На максимально все, у меня всегда максималка стоит и все. Но у меня тоже все на максимальных идет, все равно. Ну у тебя там должно быть в AMD настройках вертикальный синхроимпульс. Вот ты его лучше выключи. Я его всегда выключаю везде, потому что мне не нужен. Ну да, я говорю, эта хуйня только нагружает процессор. Причем совсем не нужная. Я, ну зато, у меня в Black Ops первом зато я ставлю все максимально, даже сглаживание на X8 или X16, не помню сколько там максимум, вроде X8. И все заебись. Максимально сглаживание сейчас есть это 32 на KSA. Я это помню. Я видел в какой-то игре даже 64x, так что не надо. Ну это нет, это у меня видео, и у меня видеоадаптер на максимум на 32 способен, а так, да, есть даже 128. Но 128 это бред, это уже для глубины резкости, если там уже больше 1000 этих пикселей, по-моему. Ну разрешение такое. 1080. Mm-hmm. Прям хедшот у нас. Господи, я Крускилл так давно с ним не играл, у меня до сих пор не набито даже и 3-го ранга для него. Так, вот сейчас ровно 6 часов. Может попытаться залогов найти каких-нибудь. Пока я там сижу. Вы там не высовывайтесь, ребята. Да, все, я во всем уверен снова. Что, там все нормально? Мало ли.
ошибусь. Перепроверить надо. Ну, все нормально, да? Да, все нормально. Ты... Все помню. Сладкий господи. Вот чтобы, знаете, какой-нибудь секрет сделали бы в стиле, не знаю, там, какой-нибудь головоломки, то есть надо типа где-то стоять, или где-то оборонять, или какие-нибудь там хитрые вещи делать, а не просто покемперить два часа. Почему у тебя, Максман, на одной сплит, на одной сплиток написано 4:6? Четверка должна быть справа от пятой. Так-то. Это я все знаю. Какой два раза? Дурак, что ли? Четвертая находится справа от пятой. Это я знаю точно. О, ребята, смотрите, путать. Не ошибитесь. Да не, я-то все знаю, это Максман тут путает что-то. Ну, ты еще знаешь, что ты меня спрашиваешь. Не, ну мало ли, я просто спросил, что у него, мне картинку кинул, где у него не так немножко. А-а-а. Так-то я все знаю. Жалко, что тут еще нельзя это здоровье от еды восстанавливать. Да ни хера, ну может он так открывал, но я открываю лучше так, как я знаю. Так это более безопасно и более лучше. Ну вот там главное не ошибитесь, ребята, а то не хочу. Да я не ошибусь, все нормально. Мне главное узнать, где начало. А начало находится на второй плитке от центра дверей. Ну, в общем, у меня там своя система, так что. Просто забить. Ну ясно, атмосфера своя. Да, своя атмосфера. Ребята, а у кого есть Borderlands? Я хочу в кооп жутко поиграть. Желательно Готи. Во второй? Ну, не, я, ну я, первый, я, второй. У меня и первый, второй тоже. У меня тоже. Но, я во второй играю только в обычную версию. Я на русском не всегда играю. Но редко. Вау. Так, аккуратненько. Вот. Патрончики. Так, сколько осталось времени? Сколько там? Сейчас, минутку, я попить пойду возьму. Ну ладно, удачи тебе, мы прикроем. О, отлично, асфальт кончился, надо еще мясо взять. Блин. Прям как Бэтмен сныкался. Да, думаю, лучше не надо брать залогов. У нас, ну да, как только откроется, хилимся все, берем патроны по максимуму, мы рвем когти. Что там происходит? Я показывал у него пальцем. Меня не учили манерам в детстве. Так, сколько у нас осталось, ребята? Зачем ты его убил, он был такой няшкой? Сколько осталось? 43 минуты, а точнее секунду, 39 минут. Так, давайте так, я сейчас быстренько схожу до магазинчика минут на 15, куплю себе сок и вернусь. Что? Ну ладно, давай, но мы не обещаем, если что, если что, то полечитесь, чтобы не умереть, потому что меня тут не будет, и я быстро, я обещаю, я быстро, если я приду и вы все умрете, то я буду плакать, все, я пошел. Блин, я быстро. Не так написал. Я буду защищать тебя как негра. Фу, чужой. Сиди тут и приставь свою жопу к моему лицу. Уже сделано. Так, отлично, у меня три барабана для револьвера и полобойна для пулемета. Думаю, хватит, чтобы бронить одного негра 15 минут. Сколько ему тут надо? Да не говорите, солдаты со шлемами. И вот специально, как только он отошел, сейчас все будут идти. Ты знаешь, надо засекать время, сколько асфальта идет, чтобы потом рассчитать точно, что перед именно концом асфальта, перед открытием этой дрели, надо все точно взять, патроны жизни. Ну если что, у меня все равно стоит таймер, так что я знаю, когда нам идти. Отлично. Да, я и говорил, что один лишний просидим, надо... Вот негр у нас самый здоровый, я бы его слил, но, к сожалению, он нам нужен. Он знает, как там все делать. Ой, ну отлично, его кто-то сейчас тайзит. Вот кто его тайзит? Невидимый тейзер, я его не вижу. Я тоже. Какого хера происходит? Откуда? Этого...
Кто в меня сейчас стреляет? Откуда? Почему я не могу поднять? Я не могу его поднять, мне... Я не могу. Я не могу там его триггер поднять. Вот кто его тазил? Он при этом ужасно обрадуется этому сюрпризу, когда у него не будет зеленых хпщик. Ну вот кто его тазил, я не пойму. Чё-то мы все красные, надо кому-то из нас полечиться. Да нет, лечиться только в случае после двух падений и то. Ну вот у меня уже два падения есть. У меня есть два падения, а наше положение говно. Слушай, я знаю тебя, хитреца, сейчас будешь тут воровать, не смей даже думать. Давай, все, иди обратно к этому, к Состону. Иди обратно к Состону. Уйди обратно. Мы все красные. Мы все поляжем. Мы все за правильную партию, не волнуйся, справимся. Придутся скорострельные дядьки. Количество 5 штук и нам катится. Я думаю, если ты будешь так высовываться, туда они придут. Но я еще ни разу не высунулся толком. Ну, все равно там от того, как сколько ты высовываешься, зависит их скорость и когда они к нам придут. Если мы будем так сидеть, они еще долго к нам не подойдут. Вот именно. Так, о, скоро сопротивь. Сейчас будет. Да я тут попрыгаю на негре. Я прыгаю на негре. Там у вас спит один из солдатиков. Мертвым сном. О-о-о! Его в залоге нельзя было взять, жалко. Почему только во время этого перерыва можно их брать? Потому что сейчас они твердо настроены тебя убить. Твердо настроены меня зажать в углу. Да, и войти в тебя, как в тех сурке. Оу-оу-оу-оу. Клокер таки... Слушай, у меня тут одного, тут такой шлем, он вращается, как в фильме «Начало». Он о, да, точно, я видел этот шлем. Он мне только что сегодня так же вращался. Ну так, боже, походу во сне. А кстати, так и не понял концовку начала. Он там оказался там во сне, в Лимбе или где он там? Где? Ну, то есть в конце фильма он как бы пришел к семье, но по идее он не мог из Лимба выйти, но он каким-то образом вышел. Но в конце его эта штучка, которая вертелась, которая должна была сказать, спит он или нет, там вроде бы не упала и должна была то ли упасть, то ли нет, но там фильм тут же завершился. Ну ты смотрел, да? Или нет? Я нет. А какого хуя тут тебе спойлеры? Я привык к спойлерам, мне уже наплевать на них. Ну а вдруг заинтересуешься, хочешь посмотреть? А хотя там действительно концовка-то непонятная. Хрен поймешь. Ну по идее он там застрял в Лимбе. Это если по идее, если внимательно фильм смотреть. Вот так хочется видеть дробовик, а? А он не берется. Потому что самые такие умные негры не рассказывали, что там типа отпечатки останутся. Да, мы ходим в перчатках, но перчатки оставят отпечатки, очень логично. Вот именно. У нас такие умные негры. Я надеюсь, его снова не затазят. Надо ему как бы объяснить почетче, когда он придет, он начнет тут возникать, я думаю, ему нужно сразу объяснить, что это была несчастная случай, баг. Да. Блин. Мы ему скажем, что его вытолкнул щит, а затем втолкнул обратно, но его расстреляли. Да, это он во всем виноват, нефиг было уходить. Вот вообще мне нравится... Мы скажем, что это его бог покарал. Воу-воу-воу, этот гребаный. Все, я его убил. Нет, я. А, нет. Это был мой фраг. Нет. Ай-яй-яй. Так, я больше не выхожу. Вот еще особенность этого уровня сложности в том, что когда у тебя отнимается этот броник, у тебя немножечко отнимается ХП. И как ни крути, вау! Да, то есть.
Даже если ты будешь постоянно выходить, там пол щита отнимется, ты обратно уйдешь, у тебя все равно какой-то маленький, такой миленький процентик, но хп уйдет. Ну и только на этом уровне сложности. Не густо. Ну да. Не, по идее он же должен вернуться. Стрелять. Ну офиг, они уже устали тут 2 часа сидеть. Им уже надоело стрелять бесконечными патронами. Они решили просто посидеть чайку попить. Я там ничего не вижу, но наверняка там уже термос понесли с чаем, сидят, пьют. Публики закусывают. Рассказывают друг другу веселые истории. Скатерть расстелили там. Да, волшебную скатерть принесли. Так, вот надо сейчас рассчитать потери. То есть, если мы сейчас начнем килиться, мы потратим... сколько... Какой лимит у этой аптечки? Максимальный 65, лимит. 6, наверное. Ну да, по идее там первоначально 3 и 3 апгрейда, да, мы можем юзать 6 раз, то есть мы уже заюзаем больше половины. Ну и на обратно к нам, если хорошо, так получится, все хватит. А второй надо, наверное, заюзать на крайний случай, потому что нам... Это мы сейчас только половину сделаем, там, откроем второй бункер, нам еще там бульдозеров убивать, еще отступать придется, как неграм. То есть к аптечку нужно вообще как на вес золото. Последнюю. Вот у кого, она у тебя, да? У меня ОМО. Последняя аптечка? Я его положил. Значит, у Состана осталось. А, нет. У Марка, блин, я вас путаю. Так, Марк, ты ее трать только после того, как мы завершим эти... Короче, когда будет момент, где надо будет за к С4 отступать, взрывать эту стенку, только тогда ее выбрасывает. Я вот думаю, как мы из бункера-то выйдем? Нам повезет, если когда мы будем выходить, там ассальт закончится. После бульдозеров? Не, ну мы можем в этом бункере переждать, как бы, пока закончится ассальт и потом выйти, но у нас только патронов не хватит. Хотя нет, у меня есть патроны, я могу в бункере тоже выбросить. Пошли. Ладно, главное, что патроны я даже под угрозой смерти не выброшу. Вот, микрофон иметь это хорошо. Особенно, когда вся команда может говорить. Откуда бежать надо? Вот уже скоро все это у меня есть на я не один. Что? Не могу говорить. Ну окей, как скажешь. Вау-вау-вау. Кто пошел? Ладно, я пойду. Ну я погулять пойду, свежим воздухом подышу. Хотя нет, вы тут умрете без меня. Вот-вот. А ты знаешь... Вы все красные. Не, я не понимаю, почему красный... Красный это плохой цвет. Я, например, люблю красный, это хороший цвет. А его все выглядят делают плохим. Я не знаю, мне, например, не нравится Fallout в зеленой стилистике. Ему не идет. Я привык к Fallout, он красный. Вау-вау-вау, у нас тут клокер. Клокер. О, как хорошо вот так снес. Прям на 3 метра отлетел. Не, ну по идее уже 15 минут он должен вернуться. На тайме написано 35. У тебя 35. Получается, пошло 10 минут. Да. Но я на 2 минуты позже его поставил. Не страшно. А, ну ясно. Гадёныш, не дай бог они еще. Кстати, кажется, из-за этой способности блидаут мы можем поднимать друг друга 3 раза. Но на третий раз нужно мгновенно поднимать, иначе умрет. Там одна секунда. И по идее с экстра этим с кровотечением ты должен последний раз быть в падении 6 секунд. Но там рандомно упадает. Охуели, ребята, какого хера я упал? Тебя затайзили просто из-за стены, то есть ты был затайзен, а вокруг вообще тайзеров не было. То есть мы все обыскали, даже в холл. Слушай, мы не надо, ты сам отошел. Ты был зелененький. Сейчас будет тебе сок. Выпей 5 литров сока и успокойся. Из вас никто не лечился, да?
Не-не-не-не, я охранял медичку от Марка, чтоб он тут не наглел. Отлично-то. Нет-нет, не хилься, нет, не смей. Ой! Я не хилюсь, да я не хилюсь, успокойся. Ну окей. Так, блин, не мешай, я с телефона играю. Да, я слышу. Охуенно. Так, ну отлично, нам еще немного осталось. О, мне негр добавил, друзья. Отлично. Негр, там кошак, а не негр. Ну ты не за негр же играешь. Я привык к обращаться по личности. Ну ладно. Не, я на самом деле кот. Сейчас твой профиль буду смотреть. У меня та же аватарка кота. Я вижу, но у меня кот все равно пизже. Самый отфотошопенный кот. А у меня фалат. Конечно, надо лечиться. Да не, у меня пизже кот. У нас уже у всех минимальная полоска, надо срочно лечиться. Нифига себе, у меня больше всех, я самый здоровый из вас, так что идите нахер. Вау, нет, ты в базе куфысок открыл почти что все ачивки, вот везунчик, а. Что? Я только половину открыл. Я говорю, ты в The Binding of Isaac все открыл почти что. Ну, две ачивки там... осталось. Да, я там застрял на этой, на 12-й концовке, вот дальше не могу пройти. Ну... А, не, у меня там больше, у меня там 4. Мне осталось пройти... Да, тебе 4 ачивки. Пройти некрополь, не получив урона. Потом платинум и гол. Еще что-то. Как ты прошел пещеру? Я еле пещеру вообще затаскиваю. У меня все концовки как бы открыты уже даже. Ну я еще сосну 12. У меня и челленджи все, и все такое, ну ты понял. Ну не знаю. Да, я вижу. Вау, 1000 часов в Modern Warfare 3. Вау. Да. Задрачил вот так. Тот еще задрот. Но потом, когда его полностью заполнили читаки, нубы с FMG и МП7 и прочей херней, я просто начал играть на промоде на обычных выделенных серверах, а потом вовсе забил. И стал ждать быков второй. А чё за читы? Я не в теме, я... Ну не чувак, играю, я только... ну там дохера просто читов. И киллстрик хак, и аймботы просто, на котором похуй. Ваку и на ВХ. Кстати, киллстрик мне больше всех просто бесил. То есть они он делал так, то что... Ну ты знаешь, то, что в начале игры там ядерный взрыв был, да? Не другое. То, что знаешь, киллстрик поддержка, да? То, что ты когда ты умираешь, то у тебя киллстрик не пропадает твой. Ну, то есть он остается. Ну ты умираешь, твой киллстрик, то, что. То, что ты набил. То, что ты уже набил на серию убийств, которое, ну, оно у тебя остается. Ну вот. Ну там я не столь крутые киллстрики, там, ну, то есть там джиггернаут с щитом и все такое там. Ловушка, посылка, все такое. А вот они добавляют там IC-130 в этот пустырь, все такое. Когда они умирали, то они не теряли свое убийство, и все. Или ганхак, потому что там на FMG ставили и акимбо, и уличные магазины. Или на дигл, там глушитель с уличными магазинами. Вау, я не представляю себе, как на дигу можно поставить глушитель. С хаком все можно, поверь мне. А я их очень сильно презираю, поэтому. Ой-ой, ищите мар. Убери его от меня. Да убрали. Так, я сбегу. Так, у нас с Максманом оба очень сильно ранены, они умрут при первом же. Не-не-не, мы хилимся после 40 минут, после 40, не в другом случае. У нас хилка только на 6 юзов. Ну, осталось Нет, мы ее не юзали, Мы ее ни разу не юзали, но все равно надо очень экономить. Потому что у меня патроны. Вторая хилка у Марка, у меня патроны. А, да, все нормально. Осталось 23 минуты. Так кто в дес... А, ну ладно. Спрашивай. Это сок. Да не, я передумал. Я хочу съесть ту аптечку. Не надо, даже не думай. Да смотри, мы же пока живем еще, ну. То, что в мире. Почему всякие евреи? У нас есть целая вторая сумка еще. У нас не одна же аптечка. Нет, слушай, когда нас сольют с твоими. Ну как-то слишком много. Нет, посмотри сам, посуди, если она всего на. Если она на 6 раз, если сейчас Хоксон с Максманом похилится, она останется на 4 раза, да? И вот как раз если. Давай после 40 вот. Ну она останется случай. Еще на 2 раза, но... Какие нахер после 40? Уже 20 минут осталось.
Чем мы не сможем? Да мы говорим про юзы. Мы полтора часа протянули с одной стороны. Ну давайте лечитесь, пока его нету, быстрее лечитесь оба. Да не надо, нет, вы сейчас потратите хп, надо, чтобы именно к этому убежищу у нас было все полное. Даже если они потратят хп, то... Даже если они потратят хп, а хилка осталась на 4 раза. Ну все равно экономить. Максим, надо. ты чё вылетел? А нет, показалось. Даже если они потратят хп за свои тупости, то хилка осталась на 4 раза, и мы просто все четверо полечим. Вот не дай бог они просрут хп, я не знаю, что они с ними сделают. Больше что ли? Ну Максим просрёт хп, я просто в этом больше, чем на 100% уверен. Да он сейчас больше сумка точно мать. Больше по хп он точно потеряет. Ладно, если нам повезет, мы это пройдем, я хочу еще пройти этот андекавер. Мне нужна ачивка 145+. Поможете, ребята? Ты не делал, что ли, там? Я хотел сделать, за больницу. Но у меня было какое-то проклятие. Не, за больницу нет 145+, к сожалению. Только оверкил там, по-моему. Ачивки-то самой даже нету 145+, больница. Там надо пройти на оверкиле, больницу и спилить все двери. Ну это да. На 145-м, если в хорошей компашке, то да, можно. Но проблема в том, что андеркамер у меня был какой-то... Ну, по больнице это мясо, на харде даже. Это там пулемет надо брать. Я помню, нет. Я там все эти достижения для дробовика заработал. Я там просто за пару раз... оружие, так что... Ну, я лично беру там только бронко, АК и гранатомет. Я беру... Не, не хочется... Я беру глок всегда. И пофиг. Я ненавижу все пистолеты, кроме Глока. Мне даже Бронко больше, чем бесит. Такой да Бронко один выстрел, все, труп. Да он угодно все равно. Он охеревший. Этот пистолет просто охеревший. Да он нахуй пошел такой Бронко. Просто мне не нравится. О, отлично. Какое говно. Тут патрончик. Пистолеты сосуд по сравнению с этим. Мне даже ну, потому что оно DLC-шное, ты за него платишь деньги, поэтому оно и крутое. Не, ну еще у меня на втором месте B9 почему-то, я не знаю, у меня с него больше всех убит из пистолетов. Ну потому что, наверное, это самая первая пушка, которую тебе дают. Плюс она еще стрелозная. Не, ну она мне чем-то нравится, она очень точная и просто могу стрелять в одну точку и убить уже троих. В этой игре, по-моему, до 10-го обновления была такая темка, что если убивать из этого с глушителем, то тебя не будут замечать. Ну, оно так и есть, только тут это немного исправили. То есть раньше... Вот почему я сначала, когда играл в первый раз в Diamond Heist, то я думал, что если убить с глушителя, то ничего не будет. Я сравнил понимание нашей логики. Да, я тоже так думал. А я не понимал, вот какие-то датчики сердечные стоят, если кто-то из них сердце упадет, они там запасят. Вопрос, нахера? И какого хера? У кого ты, у вообще, там написано, господи, то, что у некоторых воров, только. Если... У некоторых только датчики сердцебиения, а... У всех они, стоят, они на самом деле у всех вообще. Похуй, они у некоторых. Вот они на... у всех, хоть кого-то убьёшь, все равно будет тревога. Ну да, хоть 12 охранников. Ну а чё? Ну это предусмотрено, если на них нападут, это наоборот умная вещь предусмотренная. Ну все равно. Ну что, все равно такие реально датчики. Если они просто попытались, они убили заложника, который побежал, типа героя убили, который побежал к кнопке. Нет, заложников там можно убивать, а вот охранников нет. Я убивал залогов, там не палили. Они только если убить их одновременно всех, то есть если взять 4. Я помню, играли на Counterfeit'е. Получилась такая вещь, что. Ну, мы связались с заложников, сидели, короче, получилось так, что кто-то там побегал по улицам, с магнумом уничтожили радио, потом я подумал, что сейчас все уже нас палили, выстрелил с гранатомета по заложникам, и, короче, нам сказали то, что все нормально, мы не замечены. Не, ну у меня было такое, что я из Калашникова убивал. Ну такого. Не, ну мне это понравилось. Я выстрелил с гранатомета, потом через 5 секунд Бен сказал: все нормально, мы не замечены. Не, это, наверное, обновление было, честно, гораздо умнее. Ну, сейчас. Не, ну так-то еще, по идее, из-за хоста на No Mercy. Все, кроме хоста, могут стрелять с калаша, с чего угодно по камерам, и их не заметят. Я это 100 раз уже видел. Не, серьезно, любой, кроме хоста, ну смотря еще какой хост и кто где живет. Ему стреляли с калаша много раз просто, и со страйка стреляли, с чего угодно. Без да нет, на калаше у него при максимальном апгрейде у него стоит глушак.
Либо с... Нет, нет, это просто глюк. С Глока стреляли так же, тоже не замечали. И с Магнума стреляли, тоже не замечали. И с МП5 стреляли, тоже не замечали. Но у Калашникова стоит реально, у него есть какой-то рекол дайпер. Нет, у него ни хера. Ты у слышишь, как есть. Он стреляет? У него нет никакого скушителя, ты упал, что ли? У Калашникова при максимальном, у тебя, наверное, еще не стоит, у тебя максимальный раз Калашников? Да, у меня все максимально, это, конечно. Я тебе реально говорю, что там ни хера никакого глушителя нету. Но у него реально Я, кстати, убрал прицел на калаша. Он без него мне лучше. А, ну парился в этом, в файлах? Апгрейды с техникой, там где звездочки, там можно убирать. Че, серьезно? Да. Так только вот это визуально убирается. Да, там можно просто шоу или хайт там. И у М4 можно, и у М4 можно у корабель. Какого черта я тут думаю? И у страйка можно увеличенный магазин убрать, то, что он там. А как, какие дневный. Кнопки? А, вот, все вижу. Видишь звездочки, там написано шоу. Ну, пресс интер, чтобы. Да, вижу. Или убрать. Я хочу себе калашников такой, сейчас найду. Как это называется, прицел у него, аккуренси или как? Accuracy второй вроде бы, сейчас скажу. Да, accuracy первый. Ну вот и нашел, вот, спасибо. Я думал, как эту хуйню убрать? Там всего можно обратно сделать такой, с коричневой фигней там. Да, ну, вот знаешь, я хотел, такой... мне понравилось очень. А этот уебищный прицел с каким-то, блядь, треугольничком, вообще, как и с ним стрелять? Ну, если характеристики остаются, то я его, да, уберу, мне он зафиг не нужен. И там еще на Mark 11 можно глушак немножко старый поставить. Там был сначала обычный глушак, а потом он такой стал какой-то. С уменьшенной отдачей, типа того. Вот только сейчас узнал, вот. Спасибо ну, большое. Ну, я поэкспериментировал, позырил и увидел случайно. А, время экспериментировать. Ну, это же давно еще. Это когда просто играл с Дорином. А, сейчас. Играл в Hit Street на легком. Играли так, баги юзали, так случайно увидел. Там то, что можно залезть на дерево и быстренько пробежать на вертолет. Ну там не пробежать к нему, там просто можно рядом с ним постоять. Там потому что не пропускает спина. Да, я вместо стока решил взять кола, так что можно не удивляться. Подожди, а так... А большую обойну этого пистолета Глока можно убирать, как бы, уделать меньше? Можно, а то но оно, визуально убирается, так остается 40 патронов. Да, блин, ну 40 патронов, когда максимально при где-то 59, это без взятия бонусов, то это как-то бред. 56 патронов там. То это можешь считать, что у тебя только полтора обойма с собой. Ну вот именно, что за бред, кто берет на дело полтора обойны? Как он их именно берет? То есть берет целую обойну, ставит пистолет и берет немножечко засовывает патронов во вторую и кладет себе в карман? Что за бред? Ну, да. Ну в Каунити, кстати, так же ведь, по идее. Ты же можешь выпустить один как патрон и перезарядить. Не, ну ты можешь выстрелить один патрон и перезарядить. И как будто он просто новую обойму достает. И так 50 раз или 100 раз. Можно и 180 раз. Микрофон. Не, ну клавдись это клавдивите. Ну и по идее тоже. Ну и по идее это по идее. По имени тоже правильно. Кстати, осталось 13 минут с лишним. Да, отлично. О, вы еще не потеряли ХП. Вот, не дай бог, откуда потеряете. Не, когда мы пойдем зачищать комнату, то потеряем по-любому. Это после да. Надо там как можно максимально сейчас атаковать, после того, как. Надо именно когда кончится. Когда кончится. Когда кончится, да, атака, да, просто да. Сразу заходим, зачищаем комнату и прорываемся, я быстренько ломаю дверь, берем, я вас прикрываю, вы берете золото, и мы сваливаем быстренько тут. Нет, прикрываю не я. Тот, у кого гранатомет, он идет к двери, которую я открыл, и прикрывает. Но у меня гранатомет, окей. Ну вот, ты прикрываешься, что мы берем золото, потом мы идем в первое хранилище, убиваем дозеров, забираем деньги, положим туда два бага, отстреливаемся в волну и сваливаем. Чисто и быстро. 2 часа 21 минута, как обычно. Чисто и быстро. Это по поиску. Не, было бы здорово, если бы мы защищали этот самоубежище. Не, ну можно пробежать, конечно, но если ты реально камикадзе и хочешь попытаться пробежать, то у нас будет аптечка, у нас будут патроны, мы можем отсидеть эту волну.
по идее. Вау, там они целая толпа, надо воспользоваться. А, вот блин, а почему когда это гранатомет, они тут же расходятся? О, блин. Ну может быть у них есть. О, вон стали. Ну, блин, опять навожу на них, этот уебок съебал в бок. Да блин, да ты в No Mercy потом сделаешь, да и все. На Веркиль в заложников выстрелишь, да и все. Это считается. Там сколько? Там 4, 6, 8 и 10 челлендж. Одним выстрелом. Ты одновременно рыгнул и чихнул, и не послышалось. Рыгнул. Я не чихаю. Если бы я чихнул, ты бы это услышал еще громче. Ты бы просто голову сразу. Это было бы фуша, да? И у тебя бы просто комбо завис бы, короче, на руку запускать. Я думаю, у меня был бы такой синий экран смерти. Ты рыжок и сразу так из винды вылетает. И все, короче, винду переставлять надо. Жесткий изгиб. Не, ну это возможно, реально, со мной это возможно. А, Дантик ушел отсюда. Потом скинешь мне ссылку на видео, я потом поставлю на YouTube, там перемонтирую, там всякие. А! Господи, меня стреляют! Зачем? Макс, ну вроде сам все сделает. Или нет? А, ну, хочу ладно. На своей в своем профиле выложить видео, на котором я балдею. Окей. Ну а письмо я сам думаю, напишу, у меня с моего майла все легче будет. Окей. Вот как специально. Ну станьте вы уже группкой, я хочу вас пристрелить, ну в группку, в кучку встаньте, ребят. Да у тебя не получится сейчас. Станьте, детки, они в группу, они станьте слишком, в группу. Они слишком мощные. Ладно, сейчас снегусь к тебе и поэкспериментирую с этими, с апгрейдами. Ну. Время экспериментов. Так, ассальт. Я всегда мечтал убрать этот тупой рекойл. Или шоу. Не, лучше пускай шоу. Что ли? Или чего? А, у меня, кажется, там... тут на рекол. Так, подпускай тут шоу. Ты можешь эту золотую обойму убрать с пулемета и... Не, мне золотая как раз таки нравится. Я чувствую себя четче. Но прицел на пулемете он наоборот помогает. Как-никак. Ну да, но на эмочке на кого-то очень... я убрал. На эмочке не, на эмочке он нужен. А вот не, на мне этом... вообще ты... Мне не нравится этот уебищный прицел на этом, на М308. Да. Он тоже, я его тоже убрал. Я и в Call of Duty вообще, я вообще в МВ3, в Black Ops 3, во втором везде бегаю с родным прицелом. Не люблю ни коллиматоры, ни коги, ни... Ну за коллиматоры, да, это определенные там какие-то нашивки, ачивки. Не, ну это я делал ради ошибок, а так это чисто так, с родным всегда бегаю. Это и лучше, и удобнее, и не надо модуль лишний тратить. Хотя при том, то, что в Black Ops 2 теперь можно 3 модуля ставить, при определенном кое-чем, то все-таки. Я снял все улучшение с двойка. Вроде выглядит обычно. Не, он будет. Он при следующем. Не, там кое-что убирается, там, короче, заметь, что. Ну, под самим домом убирается там кое-что для уменьшения. А, да, там что-то было, да, я вижу. Сейчас я попытаюсь убрать прицел, сработает. Не, да посмотри, когда ты в меню уже открываешь, ты смотри на само оружие, когда ты нажимаешь на звездочку, посмотри само оружие, оно же меняется, там видно. Так, окей, это в ассальте или... А, не, в суппорте, по-моему, пулемет. Не, в ассальте, в ассальте. В ассалте. Так, ассальт, и так. У магнума тоже можно эти золотые патроны брать, вроде как. И да не, мне нравится меньше делать. Патрон. На укороченное обратно. Не, ну, магнум с длинным, это вещь. Но это не магнум, это бронка какой-то. Нихуя через стенку прям убил уже. Я и говорю, тебя даже этот тейзер тоже как-то тайзил. А я опять не могу тебя поднять. Как тебя поднять? Да можешь, ты просто. Ты не тупи, блядь. Я вижу только этот аптечку почему-то. Я не могу через текстурку аптечки. Да это глюк, потому что. Ну вот я не могу, вот Марк может, я не знаю. Все, теперь я просто сижу и жду.
Так, сейчас это АКА кончится, и надо будет еще следующую переждать, я думаю. Потому что там осталось еще 7 минут. А так сейчас закончится уже. Главное сейчас не торопиться вообще. Да куда нафиг торопиться? Ну куда? Я вчера поторопился, 2 часа как не успели, как-то не сосчитали, ошиблись и все. Mm-hmm. Да блин, это аккуратнее или как? Что-то я не могу у Бреннера снять этот. Что? Как эта штука называется? Аккуренсия или рекойл? Не рекойл точно. Рекойл это убирает приклад или типа того. Не приклад, но... это вроде эти убирают. Ну, на который ставится пулемет. Или что-то там такое. Ну они мне зафиг не нужны. Убралось или нет? Да, они убрались, господи, наконец-то. Не нужны эти тупые сошки. И еще можно убрать вот. Увеличенный магазин. Еще прицел можно убрать там и магазин, и все. Да главное, что. Да, отлично. Так, прицел, наверное, не буду убирать, он годный тут, нормальный. А вот эти сошки тупые меня так бесили. Постоянно не напоминали об Call of Duty. Так, теперь, наверное, уже точно повышается вроде как. Ну, нет, это визуально только убирается, а на самом деле все так же. Да ни хрена, вот я судовойка убрал. Убрал там что-то такое. Его место перезаряжаться медленнее. Это тебе показалось. Так что вот это была миська, ты эти штуки действуют. Ты попробуй с Глока убрать увеличенный магазин. У него все равно 40 патронов останется. Но это уже двусичное оружие, там, возможно, это даже не прорабатывали. А вот у старого все возможно есть. Да ни хера, они-то ничего не прорабатывали. Не знаю, у меня у дубайка стал медленнее перезарядка. Тебе чётко показалось. Да ты хоть секундомером проверь. Да, проверил. Я проверил. Я сейчас только что проверил. Я спустил из ДВК с модификациями и из ДВК без модификаций. Я сразу вижу разницу. Ну, так что я лично сейчас снял эти тупые сошки. Это кажется, это паранойя у тебя. Да ни хрена подобного. Не, я вот сейчас... Слушай, я видел 10 солдат за углом. Да похуй на них, слушай. А, мы уже все шланулись. Не, я лично сейчас снял эти тупые сошки, и сейчас у меня пулемет стал быстрее стрелять намного. Мне намного легче. Я даже чувствую какую-то легкость без этих тупых сошек. Давай ты обратно уже пойдешь, мы просто тихо отсидим, ладно? Да не, я не люблю. Нет, давай ты реально лучше просто посидишь, что там осталось эту волну отсидеть, и мы пойдем защищать комнату сразу, бля. Эта волна закончится примерно без 10, ну чуть-чуть пораньше. Так что я, пожалуй, побегаю. Я побегаю, попрыгаю, не парься. Ну смотри. Я наоборот, от меня больше толку, и когда я бегаю где-то на сторонке. А тебе больше толку, если ты будешь нам помогать. Да ну, как поверь, мне это вовсе не так. Следи за тем, чтобы кому-то не стреляли в жопу, вот и все, вот вся помощь. Этого будет достаточно. Этого недостаточно, в моем понимании. Какой нам хрен толк, смотри, ты там ночишься и ничего не делаешь. Не, хотел сказать. Хочешь получить маску, давай вноси свой вклад или вообще там не работай и ничего не делай. Я, короче, взял патроны, потому что у меня почти пустое было. Для зачистки. А мне кажется, или негр сейчас в воздухе висел, или у меня глюки? Это да, негр любит висеть в воздухе. Часто. Ну я это заметил. Я просто помню, я играл в Ленуар, там негры часто висели в воздухе, сидели и говорили мне проблемы. Ох уж эти негры. Да. Ой, убил его. Достать. Ой, я не могу поверить, неужели я смогу это выполнить достижение? Неужели я получу маску? Неужели? Собирайтесь. Ну если прочитает письмо до 8 числа, то. Ну, я думаю, прочитаю. Все-таки сегодня еще даже этого декабря нет. Я надеюсь, я не замусил какое-нибудь новое ограбление. Хочу, например, Санту ограбить. Да я нет, очень хочу, чтобы ты говорил. Не, ну новые миссии должны будут быть, но я не уверен. Но новая ветка будет по-любому.
Да не будет, где уже новая ветка? Нас четверо. Добавлять новых персонажей — это нет смысла. Лучше бы добавили что-то типа черного. Ветка. Не, но все равно, там. Они. Вторая DLC будет, и там новые левелы по-любому тоже будут, мне кажется. Ну да. Ну лучше бы добавили типа черный маркет, на котором можно за деньги покупать оружие, накопленное тобой. Или за челленджи, который ты выполнил. Не, ну это уже в PD втором пусть реализуют лучше. Ну ладно. А то просто снова покупать PD. Кстати, иди сюда. Маркс, мы потерял ХП. Чуть-чуть, целый нихуя потерял практически. Ну ты так что убей его. И ты тоже потерял, я тебе сейчас пришаю, мод. Я тебя прикладываю, я уже получил его. Ну ты получил, сейчас оба получите. Идите под струю там, эту свинцовую мойтесь. Да я что-то без сошек как-то херовее. Я обычно с двух выстрелов снимал в хэт, а сейчас что-то нет. По-моему, сошки стал. Они... Не косой стал. Ну, сошки косой как бы стал. Быстрее сейчас. Нет, не косой. Вот эти вот у вас, вот эти вот хостен, вот овер, это у вас... Сошки вот этот, у Рейнбека под Дум, это херня, это все ваша просто фантазия, на самом деле не наша, не изменилось, просто это ваша психика так привыкла. Марк, не надо мне тут анонимно писать, чтоб я лечился, я буду лечиться после 40 минут, сейчас уже 40 минуты. Так, окей. Ай, стреляют, суки! Ну все. Не знаю. Осталось сидеть эту гребаную волну. Всех перебить, зайти, нафейлить, знаете, чтобы я специально нажал не ту плитку, и мы закончим. Вау. Ты так не бывает. Это шутка. Надеюсь, что шутка. У меня тут твой код, он под дулом пистолета. У тебя же есть код, да? Да. Ну, он сидит у меня на коленях, так что не пизди мне тут. Это муляж, я подложил тебе муляж, когда ты отходил в магазин. А, твой код мурутит, у меня... а то, что он мурутит, ты сейчас вкусил меня за руку, тоже муляж, да? Это новейшие, наверное, технологии. Короче говоря, если ты не проверишь эту карту, я убью твоего кота. Он мне тут надует пистолета. Ага. Все, часики кончились. Ай-яй-яй, снайперы. А вот сейчас кто-то довыебывается. Да не, все возвращается. Кому-то скучно, кто-то хочет погулять. Ну сходи погуляй. Снайпер тебя расстреляют. Вот сейчас я буду тратить активно патроны. Нам уже нечего терять, мы бесславные ублюдки. Еее. Мы еще должны будем первое хранилище ограбить. Будь здорово. Спасибо. А то у меня отопление выключили в квартире. Нет. Спасибо моему ЖХК. Или нет, ЖКХ. Да не, ну стрелять стало. О, да нет, наверное, даже лучше мне стало. Я вижу, тут намного, я уже третьего убиваю. Или это вентиляционно мне как бы мешали эти сошки, я не знаю. Главное, что эти 2 часа прошли, мы уже выполнили половину. Это главное. Отлично, еще второй. Ребят, вы здесь, а то я боюсь, сейчас у меня соединение пропадет. Да не, у меня все нормально, я тут. Отлично. Просто у меня такое чувство неловко, что сейчас, как только будет конец, и мне. У меня 3 раза. О. Вот не, вот. Именно после вот того, ты... как открывается дверь. Вот ты сейчас больше не лагай, ладно? А то я испугался. Ну да, я тоже что-то мне как-то пропало что-то. Понты сняли. Блин, откуда ты пришел? Отлично, мне сам кар осталось убить. Только жалко, что я его не взял. Что ж, походу я единственный в команде, кто еще не потерял ни 1% хп. Да а вы все нафиг, а? Не умеете вы правильно ныкаться просто. То это есть в тебя стрельнули, ты стрельнул, дальше отступай. Слушай, ты сейчас сам пойдешь плитки нажимать и фейлить. А я тут останусь.
Так что помалкивай. Не, ну, плитки я точно не нажму. Окей, окей. Ну, так вот помалкивай тогда. И Марсма тут останется, так что... Извинись лучше перед негром и вторым негром. Ладно, прости, негр, и не негр. А нет, перед не негром я... А, нет, 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 господи! О боже, он выбежал с угла, я не знал, что делать, боже. Я убил его. Все, пошли. Ну все, пошли, пошли. Зачищаем все, ребята. О, я сейчас сдохну, ребят. Все, сейчас ассальт начнется. Давайте, все сейчас нормально будет. Да все, сейчас ассальт начнется, мне страшно. Да мы все, по-любому должны сейчас уже идти туда. Да вон они, там целая армия. Давайте быстрее заходим просто. Я патроны не взял, вот эти... Давайте гранатометами. О, отлично, все, все, все. Черт! Перезаряд. Поднимайте его. Я поднимаю. Так, патроны тут выбрасываем или где? Да, я тут. Без патронов. Нет, нет, в первом хранилище. Первым, так первым. Вот был бы сейчас Калашников, спустился бы вниз, пришел бы этих бульдозеров. Пока вы там развлекались. Все, куда давайте, не работаете. Золото. О, господи, я должен это сфоткать. За фото, что ты получаешь тестера. Мне сейчас так сердце стучит. Чё мне тестеры не дали, эй? А, вот всё, дали. Да все, дали. Все, прикрывает нас один, остальные берут золото. Вау. Максим, засними эту надпись. На всякий случай. Я тоже засниму ее. Блин, отойдите. Вон, заснял. Даска, блин. Что-то неудобно мне стрелять. Давайте, берем золото и сразу спускаемся в первое хранилище. Похер на все. Просто пробежим там совсем. Пройти эту миссию. Мы и так ее пройдем, не надо, попробуем. Мы ее пройдем. Думаешь? Я не думаю, я верю. Ты думаешь, что веришь? Да. Так, давайте сейчас просто зачистим вот этот маленький коридор и... Давайте гранатометы, работайте. Да нету патронов! Я брошу их. Все, давайте, ребят, берем. Давайте здесь аптечку кинем, полечимся и бежим. Да, давайте аптечку тоже кидайте. Ну, тут это плохая аптечка, идея, ну ладно. Пофиг! Насрать, мы уже выполнили свою часть. Просто попробуем вот дожить. Жалко, что я один только с этой ебаной... гранатометницей. Давайте, мы все взяли. Двое вас, двое. Да, мы все взяли, давайте. Блин, по мне стрелять жестоко. Там ни хрен прорвешься. Я ничего не вижу сквозь дым. Дурдозер! What the fuck? А, слушай, там же хранилище открылось, дверь сама открылась. Сейчас там 4 бульдозера прибегут. Они что, уже слышали, вышли? Один. Дверь-то открылась. Основная. Ну да, они, по идее, должны прибежать. Квокеры. Не, думаю, до конца стоит додержаться. Я надеюсь, что у тебя ничего не случилось, и это все заснялось, да? Все, давайте заходим за следующую преграду. Оттесняй. Заходим в хранилище, быстро. Кто меня тейзер? У меня тейзер сзади. Там что, только щит остался? Минус один. Под задницу ему. Ого, уже внизу. Вниз, спускайся вниз, срочно вниз. О, я беги оттуда. Ох, а я уже не смогу. Хотя... Сейчас. Блин, тайзер, я боюсь выйти. Попытайся. Не получается, у меня мало хп было, блин. Задержи их. Мы не забудем твою жертву. Так, сейчас просто пробегаем, похер на все. Мы сейчас уже либо пройдем, либо нет. Все или ничего. Они уже пришли сюда. Так. 3, 2, 1. Побежали, все, сразу
Открывается дверь, сразу бежим. Бежим. Это плохая идея была. Нормально, я прошел. Я тоже. Давай хилимся. Я полечусь. Лечитесь. Не, Хокс нам полечится только. Спасибо. Я полечился. Я думал, ее на два раза еще хватит. Бегом, бегом. Походу она меньше была. Ладно, хуй с ней. Слушайте, сейчас атака кончится, может подождем? Или нет? Нет, это плохо. Ну у вас залогов нету. Это бессмысленно. Так мы заловим кого-нибудь? Ну если хотите, то может. Это будет фейл. Давай подождем хотя бы минутку, нас точно не зажмут. Не ставьте 1C4, не ставьте 1C4 только. У кого-нибудь есть аптечка здесь разложить? У нас ведь было по сумке. А, все, мы их. Так мы и там разложили. Да, давайте просто пойдем куда-нибудь. Подожди минутку. Если нас строго начнут зажимать, то уже уходим. Но у них сейчас только один вход, это по лестнице. И они уже идут к вам. Да там только сватывается маленький. Эй, клокеры. Да и щиты, да и тазеры. А всего что-то целая армия. Не, ну просто я не хочу. Я не привык оставлять кого-то сзади. Странно, почему мне ачивку тестера не дали? Потому что она все есть, может быть? Нет, подожди, а я тебе дали, по-любому. Мне дали тестера этого челленджа, а ачивмент в стиме нет. Ну так, нет. Дали, это просто глюк это потом будет. А если ой, челлендж да, есть, то это ачивки точно. У нее нету этого, иконки у нее нету, у нее такой знак вопросика. Да, 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 как бы. А. Не убивайте, главное, главное, вот что это, не убивайте, пусть он. Че с малышом, он сейчас стреляет нахрен. У нас поимеет. Да пусть стреляет. Там щит пришел. О, отлично. Я тестер. Блин, забавно. Да, классно, ладно, ладно, сейчас зажмут всё. Нахрен. Уходим, я ставлю все 4. Прикрывайте его. Ну зря подождали, ребят, надо было отступать. Вон, он из тумана. Давайте убить его. Бежим. Все, заходим. Тут никого нету, прикинь. Вау, это, видимо, награда. Это вообще, видимо, что-то сверхъестественное. Так, тазеры. Вот тазеры там точно будут. Аккуратнее, все не попадись. Ну все, ребят, поздравляю. Жалко, что без вас прошел, но все равно. Все, все заебись, бывает. Просто не успел, и ты почему-то не полечился. Потому что... Тебя экономный мут. Вот он ждал все это время, все 2 часа в этой узкой маленькой горит под. Ой, да. В комнате. В таком костюме. Я пойду марафончик пробегу еще один быстренько. О, не надо пробегать. У тебя 24 секунды. Лучше отступай. Сижу бы я тут. Да ты идешь вообще, иди назад. Да че ты боишься, блин? О, вот он кого-то. Да он больной. Что ты делаешь, нигер? Ты не успеешь. Нигер дебил. Согласен. Нигер дебил. Я показал тебе флаг. Ну ладно. Не рассчитал чуть-чуть. Не рассчитал, да? Вау, Марк, ты молодец. Я убил спешл боди 253, а он 54. И бодика он 243. А я убил 49, мне не хватило всего 5. И у меня куренти там на 19% ниже. Эй, меня клали столько... Подождите, меня положили столько же раз, сколько и Марка. Почему я не попал на его место? Я же самый дно, потому, самое дно. Потому что ты умер, наверное. Ну я дно. Да-да-да, нище. Да, ну все, время присылать сообщение, наконец-таки это сделал. Да-да-да. Я стал легендой. Теперь... Максман делает видео. Завтра. Завтра он заливает его на YouTube. Ну ладно, может еще андекавер пройдем. Я не спешу, как бы никуда, если что. Да, я тоже. Ну андекавер там твой максимум. Только я надену свою маску. Со своей атмосферой. Давайте все маски особые свои надеваем. Ну, хост на ее нет.